Хоп, 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 дратуйте, дратуйте. Я организовался здесь. Дратуйте, дратуйте, хоп, хоп. Привет. Всем привет, ребятушки. Войтрос, привет. Алекс, Десай, Блэктрекер, привет. Привет, булочки сладкие, привет. Как вы, как ваш денечек, рассказывайте. Я Нет! Стрижка не стрижена, стрижка отрощена. Оно все отросшее. Ужасно. Нет, я пришел. Привет, питон. Оно все отросшее ужасно. Ужасно. И я сейчас понимаю, что я на стрижку записалась 31 числа. Это суббота. А 30 числа я иду делать прививку. И мне кажется, что можно уже писать и все переносить, и все отменять, потому что... Пофиг уже. Просто тупо пофиг уже. Хали! Гали, паратрупер! Ворвался на минутку перед сном пожелать удачного стрима. Спасибо тебе большое, хороший мой. Спасибо тебе огромное за пожелание стрима хорошего. И тебе приятного сна. Приятнейшего. Я надеюсь, что ты пока играл в симулятор балбеса, ты чуть-чуть расслабился, чуть-чуть отошел, чуть-чуть пришел в какую-то... в что-то типа нормы, если не полностью в норму. Так что я надеюсь, что ты... чуть-чуть получше себя чувствуешь. Сон? Что такое сон? Praise the sun! Привет, Плюмбум. Дратите. Ну, вообще, да, что такое сон? Потому что я сегодня спала ужасно. Просто ужаснейшее. Я постоянно просыпалась. Мне постоянно казалось, что кто-то вламывается в мою квартиру. Что кто-то вламывается в мою предыдущую квартиру. Короче... Просто, в общем, я спала отвратительно. А потом мне еще в Дискорде Реджин напомнил, что в рассказе, который мы читали, была та же самая ситуация, что там бабулька постоянно просыпалась и кричала: «Воры, воры!» Короче, что-то, в общем... Уп-уп-уп! Невоксарт, приветики, привет, привет-привет. Мелатонин спасет мир. Это да, это есть такое. У меня был как-то период времени, когда я пила мелатонин, потому что я прям ужасно спала. Смотрите, опа, торчок. Все надо срезать, потому что все торчит ужасно.
Может, я ужаснейше спала? Эффекта особого не припомню, но, к сожалению, да, это может быть еще, знаете, вот эта вся эта сама... Я не знаю, можно ли адекватно пить мелатонин вполне самому, и насколько действенные вещи, которые продаются без рецепта, поэтому... Начитаюсь рассказов своих, а потом не сплють вот это вот... Дорс Диджей, приветики. Приветики, демоноид! Слава, привет! Привет, давно не видела тебя, привет! Мяу, что ли? Му? 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 Почему му? Почему не мяу? Найт Максис, приветики! Охайо, Дор Диджей! Конничева, вот это вот все. Я еще в Блюпуп наушниках SB6... кодеком звук дерьмо. Я просто не знаю, что это такое, а нет возможности что-то как-то там это переподключить, поменять вот это вот все. Бубликов на три дискотеки. Ты подожди. Ты так легко их не трать. Ой, Траволту надо приподнять, ребята. У нас Траволта. Взяла и приподняла не Траволту. Нам Траволту надо приподнять. А ну-ка. Все. Траволта на месте. Траволта на микрофоне. Все хорошо. Эй, диджей! Пер-па-па! Решил продолжить скринить финальные титры игр для обоев, где появляется название игры. И тут я понял, что если захочу продолжить, надо будет перескринивать все для нового разрешения. В смысле, а в каком у тебя заскринено разрешение и какое новое? Только новые блюпупку. Блин, мне нравится слово блюпуп. Я теперь так все блюпуп устройства буду называть блюпуп. Пуп. У вас Траволта начал просто скатываться. Траволта опустили, да, совсем опустил. Это растягивание розетки. Пускай достраивает. А что вот это вот вообще? Что за дела? Как ваш денёк, ребята? Как денёчек? Что я вот сегодня даже что-то вроде как-то бодряком, чтобы немножко посмотреть деревню. Чтобы немножко глянуть деревню. Надо вернуть наградку на заказ игр. Наградку на заказ игр. Вот. Потому что, черт возьми. Подумай, не торопись, подумай. Ты думаешь, начнется прям завал? Я поставлю штучку на одну игру за стрим. Одну игру за стрим. До обеда голова болела. Но потом я ее починил. У меня заказ... Ну, вообще у меня и без заказов завал на самом деле, да. Потому что там вон, у меня подарочные игры все висят. Все висят, как висяк. Как некрасивый висяк висят. Висят и висят. Поэтому... Ничего. Не надо. Ничего. Так, мы потихонечку будем с вами муваться в сторону всяких там, знаете, всяких разных вещей. Всяких там разных. А то мы 2 часа с вами можем проболтать. Мы меня знаем. 2 часа мы можем проболтать с вами. Прекрасные 2 часа. Юбилейный 5-й раз. Ничего себе. Это у тебя так попадает? Или тебе просто настолько игра нравится? Вот это который из вариантов? Или просто так складывается? Надо просто ввести возможность заказать уже заказанное. Так сказать, приоритеты в долгах. Ну, вообще, можно, конечно, сделать наградку в духе «подбери долг», чтобы просто возвращаться в игры, которые были начаты когда-то и не закончены. Чисто чтобы вот по долгам пройтись. Знаете, по должушечкам. Долгушечкам. А потом можно будет за отдельные поднимать приоритеты уже приобретенных заказов. А видите, что происходит? Видите? Охуенно. Поняли? Картошка! Видите, что происходит? Как вам? Потому что у меня рассинхрон голоса и видео, если что. Я не знаю, у вас то же самое, это, скорее всего, то же самое.
включенная заставка считается за... Так, подождите. Это у меня. Рассинхрон у меня, ребята, все нормально. У вас все ок, рассинхрон у меня. У вас слайд-шоу, потому что у нас рассинхрон. Ну, у меня рассинхрон. Не банан, не банан! Тьма, сгустившаяся в углу, бла-бла-бла, страх... Так, подождите, дайте я... Сейчас. Да, да, выйди. Оп! Все! Оп! Норм! Вик, все, Вик синхронизировалась. Вик синхронизировалась. Ну, я же говорю, как бы компьютер, не банан. Вот это все. Тьма, сгустившаяся в углу, бла-бла-бла, страх, неописуемый ужас, кто им, бла-бла-бла, выпал с тентакли, древний зло. Здрасте. Привет, 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 бабушка, здравствуй, здравствуй. Разрешение 1600 на 900 и выше HD, но ниже Full HD. Я понял, принял. Складывается, люблю стримы тех людей, на которые... Я поняла. Повозился в настройках, если точно, то просто переподключил и звук... Потому что ребут лечит, если не все, то максимальное количество вещей, которые можно починить. Орёть! Привет, Низка, здравствуй. Отглючила, потому что я игру вырубила. У вас то же самое. Не банан! Так, слайд-шоу было или рассинхрон? Пара-па-пара-па-па. Нихуя, да ты вообще вовремя, Рейджет. Привет, сейчас будем стрим настроек. Шуршит глазами. Ну, глазами, в принципе, Вольт может тоже шуршать. Нахер игру так посидим. Тебе надо подумать, во что играть. Death Stranding пройден, делать нечего. В RDR поиграй. В смысле, во что играть? В смысле, всегда есть. Если в жизни есть Kingdom Hearts, вопрос не стоит. Но у тебя, правда, не получится, потому что, я не знаю, может быть, есть в этом. О, мне упала карточка с Карлом Хайзенбергом. Тоже будем мед варить. Так, ладно, нам нужно все-таки что-то сделать с этим. Давайте попробуем. RDR у меня нет. А у тебя играется... Так, сейчас, подождите. Я мотыляю головой. Мы ждем момент рассинхрона. Всегда есть косынка или сапер. Ну, тоже, кстати, да. Тоже, кстати, справедливо. Всегда есть косынка или сапер. Так, и рассинхрон через... Оба! Бля, такая смешная херня, если честно. Такая смешная херня. Так, давайте мы с вами... Что нам надо? Подождите. А, знаете почему? Потому что я вышла за... Ну, потому что я сделала вещи, которые не надо было делать. Сейчас. Сейчас. Я не буду двигаться, чтобы вас не бесить этим. Так, все. Починилась. Я вам сейчас покажу, что происходит и почему такая херня была. Сейчас она должна захватиться, я надеюсь. Ну, в целом. Ло, FPS Викуля, да. Ты моргаешь! Как же бесит! Прости, пожалуйста. Она еще и захватываться не хочет. Просто из почти 10 гигов моей видеопамяти было использовано 13. То есть, понимаете, отожралось немножко отовсюду, откуда можно было отожрать, поэтому... Что не надо было делать? Вот сейчас я покажу. Мы вернем херню, которую я сделала, и которая Low FPS Викулю сделала. В шкафу в углу неплохо... Так вот почему ты шуршал! Я надеюсь, ты хотя бы на пол там не пролилось. Из 10 13 было использовано. Ну, как бы подсосалось еще из памяти. Мне теперь после обсуждения в Дискорде Mass Effect хочется... Ну, что надо... Да, Mass Effect надолго. Николас, привет! Привет, Low FPS Викуля, да, приветики. Как ты? Как делишки? Так, мне надо захватить как-то игру. Я люблю вот это говно, знаете, когда происходит. Давай, впрыгивай. Так... Камон! Так, ну это окно, это не счетов. А слушайте, может мы просто в окошко пойдем? Может мы просто...
Так, а можно? В смысле, какой, блядь, режим? Вот это, конечно, игра не очень. Так, сейчас, раз. Окно без рамки. Прекрасно. Все, окно без рамки есть. Чудесно, замечательно. Это теперь которое? Вот эту я могу выключить? Нет, не могу. А вот эту? Вот эту могу. Подождите. Только что был захват. Только что было. Нет, а можно не биохазард, а деревню? Ой, я люблю эти ваши современные игры. Только что ж захват был. Что происходит? Как называется вот это движение? Но это было под джаз. В смысле? Медленный хэдбэнг. Именно. А если отключить в ОБС предпросмотр? 3 гига мне это не вернет, я думаю. Я думаю, что нет. Сейчас, подождите. Я сейчас дюжу. Сейчас, походите. Сейчас мамка сделает. Сейчас, смотрите. Сейчас как-нибудь мамка это сделает. Оба! Так, теперь. Работает, не трогай. Работает, не трогай. Теперь, смотрите. Смотрите, что есть. У Викиного пока аж видеопамять дополнительно выросла. Так, потому что, если Викуле надо, мы отращиваем доп. Видеопамять. Опа, чтение, все, хорош, спасибо. Я понимаю, одобряю полностью, потому что мне интересно, что там дальше. Так, короче, видите, да, память видеокарты 3 гига, 4 гига из 10 используется, все такое. Естественно, красиво, что здесь есть, ну, у тебя отображается, какие настройки, что будут нагружать, что будут изменять и как будут нагружать видеопамять непосредственно. Экран захвачен, мой капитан, и покормлены все динозавры. Я почему-то динозавров иногда хочу называть крокодилами, но это такое. Мой день потихоньку... Проснулся, покушали, пошли на работу, поработали, опустили на обед, постримлили, вернулся на работу, поел, поспал, поработал. Это прекрасно. Так, давайте пойдем сверху, сейчас подтянем говно, которое надо подтянуть. Так, режим HDR, понятное дело, в жопу. 144, 120, вертикальная синхронизация, Fidelity супер. Ну, Fidelity, оно нам, ну, как бы, Режим отрисовки. Что у нас есть? Чередование обычное. Изменить метод прорисовки графики. Ну, давайте попробуем. Если что, отвалим ее в жопу. Вот здесь можно сделать замечательную вещь. До пятерочки сразу. Но это опасно. Это опасно. Вертикалку не врубай. Хорошо, вырубила. Так, сглаживание. Что мы делаем максимум? Динамический 6. Что это, блядь, такое? Изменить приоритет для качества изображения. Баланс, производительность. Ага, баланс, производительность. Баланс. Хочу баланс. А можно выключить? Выключили. Да, VSR выключать? VRS. Ну, VSR. Будет VSR. VRS. Качество текстур. Вот здесь сейчас замечательная херня, которая делает то, что я сделала. А, ну здесь нормально все. Ну, короче, вы поняли, да? У тебя только 8 гигов может уйти на текстуры. Вот. И, естественно, ввиду того, что у меня только 10 гигов видеопамяти, я как бы ухожу нахуй. Максимально. Я максимально ухожу нахуй и где-то остаюсь на вот 2-3 гигах. Мне даже интересно посмотреть, что там на 8 гигах, потому что вот мы остаемся на 2-3. Включай RTX на жопе Димитри... Так и сделаем, обязательно. Ой, господи. Дочитать-то надо, там же... Ну так там же ж тётю Клаву кусают за ноги собаки. Всё правильно, надо дочитать обязательно. Наоборот, не будет рендерить изо всех сил. Так, 120 я ограничила. 120, частота 144. Феписы средняя, трилинейная, но давайте мы немножко охуеем и качество моделек подтянем. Что за сетка? Изменить количество полигональных сеток. Прекрасно. Максимальное количество, будьте добры. Трассировка. Нахуй диск... А чё так темно, блять? А можно не надо? Выключи. Ну я хочу...
Вот так вот не настраивать игры перед стримом. Это все в итоге выливается в то, что у нас есть. 5 гигов, рассеянное затенение при трассировке. Ну, на хай, качество освещения, отражение в экранном пространстве. Пожалуйста, да, качество освещения. Пожалуйста, да, посмотрите. Yes, please, поверхностное рассеивание. Ой, красиво. Качество теней. Ну, качество теней мы сейчас... 6 гигов, сука. Контактные тени. Ну, это красиво. Это красиво, ничего не скажешь. Кэш теней, свечение... На хай буде блики. На хай буде нравится зернистость. Нахуй. Глубина резкости. Будь ласочка. Так, я не читаю, что вы пишете. Лишь бы на жопу Хайзенбергов президент. Я его видела только на карточке, которая мне выпала. AMD завезли, да. Завезли. Завезли. Короче. Лишь бы на жопу Димитрески, поэтому я знаю только Димитреску, и знаю я ее из тикетоков исключительно. Так, у нас с вами есть еще сколько? 4 гига свободных. Ребята, надо куда-то втопить. А? Хорош! 4 гига, смотрите. Все остальное у нас... Качество объемного освещения. А? Как вам? Красота? Красота, я считаю. Сглаживание. Где мое сглаживание? Вот оно. В ка-та! Это сглаживание. Вернулся, когда... Так, тихо, подожди. Никогда не в ближайшие 2 часа, давай. Пожалуйста. Вертикалка граничит FPS монитора, освободит ресурсы. Так и шалом, киберхиппи, дратуйте, привет. Подрубили AMD FSR, да. Вон она там есть, Fidelity. Нет, подождите, а почему она включена? Что это? Качество отрисовки без... Ну, пускай будет. Думаю, почему звука нет? Думовик до сих пор синхронится, а потом присмотрелся к статус-бару, а у меня там наушники подключились к телефону, поскольку кейс, где они лежали... А у тебя вот эти... Блюпуп. Блюпуп. Блюпуп уши. Хочу блюпуп уши. Сглаживание какое? Так, показала. Касс выруби. Касс. Ну, вырубил. Забавно, я нашел в Твиттере чувака из Эстонии, что делает прон. Иногда он пишет, есть ли кто из Эстонии. Я решил сказать, что есть. Потребовал пруфов, неудивительно. Когда убедился, написал он. Не поняла. А нахуя ему был нужен кто-то из Эстонии? 4 гига, 4 ядра. Доктор, у меня стримозависимость, что делать? Сидеть и наслаждаться. Оно ж тебе не мешает. Просто наслаждайся. Так, ну я считаю, что мы тут как бы на этом наши полномочия... Все? Не стоит, наверное, так делать, да? Упираться в упорочку. Но, в принципе, с другой стороны, почему бы как бы и нет? Правильно? Правильно я говорю. В принципе, как бы почему бы и не в жопу? Правильно? Поэтому в жопу упираемся. 6 гигов! 6 гигов! Кукусь, сладкая моя. Здравствуй, Астика. Здравствуй. Снизу фотки нет, по ним можно смотреть, что меняется. Ну вот... Все, уперлись, ребята, вот это приветствие. Блюпуп. У меня тут станция скорой помощи оказывается рядом. А что не врублено, что так много памяти еще свободно? Суть в том, что у тебя огромное количество памяти забирает именно текстуры. Вес текстур у тебя занимает огромное... Единственное, что у тебя занимает огромное количество ресурсов. Потому что сейчас все выкручено в максимум. Все включено. Кроме зернистости. Но зернистость я не люблю. Это говно, простите. Вот это пускай будет, прикольно выглядит. Включено все. И вот качество изображения еще есть. Можно, ну, вот так вот сделать. Не, это коэффициент масштабирования. Это как бы в жопу единичка. Коэффициент масштабирования единичка. Все, закончили на этом. Все, и весит огромное количество только текстуры. Все. Схороняем. Я надеюсь, ты, блядь, сейчас сохранишь.
Все, я поняла. Так, давайте быстро теперь. Быстро. Это мы посмотрим. Настройки игры авто. Не, ну вы, я, ну, я, никто ничего не видел. Обычное отображение урона, подсказки, интерфейс, перекрестие, цвет перекрестия белый. Прекрасно, звук хорошо, чудесно, узкие наушники, виртуальный объемный звук. Это можно? Будет слышно? Знаю, не знаю. Английский, русский, субтитры включены. Все, понеслась душа в жизнь. F. Обычная. Понеслась. Если вдруг какое-то говно начнет происходить на стримаке, орите максимально, как можете. Жуткая деревня. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her. Конечно, обычная, алло. Да, обычная, стандарт. Нормас. With a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free from mother's grasp and vanished. О, погудел компьютер-то. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. А что у тебя за кетчуп, Дорди Джей? Then the appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Астика, как ты? Как ты, моя хорошая? С англом будем. Думаешь, на русский переключить? Then a dark weaver appeared. Dark weaver appeared. Of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Красивое платье. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went. Hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Я на клавомыши. Такой смешной фиш. One of his many fins. Come, child, eat your fin. На клавомыши. Надо будет покупать 4090, как выйдет, да? Эту продаем, ту покупаем. Схема такая. Continuing on, she soon entered the forest. Так, Сар, ты сделал клип с этим? Then я поняла, с чем. Это третий подарок ей будет. Четвертый подарок ей. Четвертый подарок. The horse grew angry and summoned the other monsters. Но он же дал ей штучку. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast. Нахер тогда приносил, если не давал. Она ее спасла или нет? Здравствуй, Диктор. Привет. Чтоб не вырвал, чтоб я и не вырвал. Смотрите, кто у нас не выжил в прошлой игре. Кек. Волосы все еще не очень. Ой, бля, я могу двигаться. А книга красивая. А почему не русская озвучка? Я что-то по инерции. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Нихера себе, у вас local tale. Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. Неожиданно. Never mind. I'm sorry. Выглядит красиво. I'm just cautious. Then go cautiously take your daughter to bed. Но волосы все еще говно. Вот когда в играх начнут делать охерительные совершенно волосы, реалистичные, без вот этого, знаете, когда ты видишь каждый этот волосок, вот тогда я буду говорить про Next Gen игры, но пока что до тех пор, простите. Sorry, no. No, not sorry. Поиграла с рандомами, разочаровалась в неранульках. Ага, все, осмотреться. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Васт идти. Мы салфетки 100 лет выбирали. Я могу переключить на русский, наверное. Кто проходил Виллагу, поймет, в чем дело в этой сказке. Я подозреваю, здесь будет 4 босса. И финальный босс-файт с вот этой ведьмой, типа финальный. Набрала цветочков, сушить их буду. А во что ты играла, Астика? Можно на японский, если не русский. Пусть уж и оригинал. Всегда сложно переходить на русский, когда прошлая часть была лишь на английском. Помнишь же голоса? Ну вот, что-то как-то да. Я просто по инерции. Я же всегда включаю английскую озвучку, если есть озвучка, и русские сабы. Здравствуй. Не дал, он же
даже слова не сказал. Играть надо на японском. Игра японская, пусть игра будет аниме. Аниме, ня, ичи, ни... Простите. Мне кажется, ли игра отрывистая? Ня. Я не знаю, скажите мне. You tell me. Английский норм, не надо. Ну ладно, угадала. Я попробую вырубить предпросмотр. Ой, снизу еще... А, потому что она в эту... Disable Preview. А, и пробуем еще раз, ребята. Че как? Выруби предпросмотр. Пришла Викуля. Лучше. Все, зоебис. Я рассчитываю в плане... В визуальном плане я очень рассчитываю на вас, ребята, потому что я теперь слепа. Полностью. Я полностью слепа. Движение как в 20 феписах. Поэтому, если вдруг что-то происходит, пожалуйста, рассказывайте. Плюсуй. Все, поправила. Поправила, спасибо. Ну, вот этот предпросмотр иногда, конечно, кошмарит. Пришла Викуля в город с мешком золота, а у нее украли сосла. В смысле? Ну, они же подарки приносили. Посмотрите. А, я попыталась присесть. Смотрите, отражается. Ой, красивый дом, красивый, слушайте. И дом красивый. И тут прям прекрасно. И у них такая подсветочка за телевизором. Слушайте, ой, отражается. Отражаются отражения. Красиво. Заставлено, конечно, на мой вкус. Я люблю, когда более все свободно и чуть меньше всякого вот такого наставлено. Я показала на ребенка, поняли, да? Once изучить. Потеплеет, пойдем гулять. Так, ну все та же хрень с этими F-очками. Все та же хрень с этими F-очками. Вот, было хай-тек, стало... Ну, хай-так. Не хай так. Здесь мне красивее, чем в седьмой части. Она там просто была вся в говне. Давайте мы признаем, что там она была в говне. Я навернула круг. Она... You hungry? No. Да она спит, в смысле хангри. Слушайте. Нет, Итан рассказывал. Hurry up and... Hey, what are you doing, mister? Ну, неплохо вязаная текстура сделана. Как вкусно выглядит. Как были монстры в книге, так будут и в игре. Я тебя поняла. Ну все, пацаны, говорим Вики, что игра норма, а на самом деле 15 феписов, 800, ты коварен. Ты что за мистер зло вообще? Один фепис. Они давали ей что-то, лошадка просто пришла к ней поздороваться, а девочка сразу за золото ручонками. Вот это. Ну, в принципе, в комод, его в комод. Слушайте, а текстура вязаная прикольная. Да ты просто топаешь громко. Шебуршите там своими металлами об металлы, конечно. Красивый дом. Ой, красивый дом. Нормально, тут можно пописать. Если что, пришла вовремя. Лекарство Мии. После инцидента она принимает его строго по графику. Это мы сразу вампир? Сначала мы были плесенью, а теперь мы плесень-вампир? Я правильно понимаю? Я правильно вас поняла? В комод его. А почему не на геймпу? Не, я, конечно, могу на геймпуде, но мне кажется, я буду максимально херово отстреливаться. Красивый дом! Almost there, honey. Пол красивый. Слушайте, ну красиво. Ну не зря 6 гигов текстур. Ну не зря 6 гигов текстур. Ну так, конечно, 6 здесь именно. В говне или в говно? И в говне, и в говно, и в говнину, и просто во все стороны. А на геймпаде не на геймпаде, я боюсь просто. Я буду плохо стрелять. Вик ходит, а звук тыгадык-тыгадык, как от лошади. Не сразу понял, оказывается, там на лошади скачет. Хорош, хорош. Что-то у вас тут подряпано немножко. Ну да ладно. Так, это что, детская? В жопу детскую. Простите. А ведь я знаю, что такое играть 800 на 600 в один фепис. Ужас. Итан эволюционирует. Ну ничего, здесь тоже кто-то будет за ним бегать и кричать. Итан! Итан! Как они тут все аккуратно расставили. Ничего ни во что не вклипывает. Смотрите. А, все, беру назад, вклипывает. Все, забудьте.
Нормас у вас тут склад. Пара-пара-па. Пить! Ебать! Просто забудьте. Просто с растениями всегда беда. Всегда один какой-то листик куда-то доупрется. Ничего ты с этим делать не можешь. Расследование утечки газа в Далви завершено. 18 числа следователи завершили расследование утечки ядовитого газа, случившегося в городе Далви, штат Луизиана. В 17 году и пришли к выводу, что причиной страшной трагедии стало скопление природного газа под глинистой породой. Ой, смотрите, как происходит. Такое бджунь делает, бджунь. Жертвами газа стали 57-летний Джек Бейкер и его семья. В зоне бедствия оказались Итан Уинтерс и его жена, но где они сейчас находятся, неизвестно. Представители власти оцепили район. По их словам, должно пройти не менее 10 лет, прежде чем люди смогут туда вернуться. Включу кондёр. Чтобы, знаете, компухтеру стало чуть-чуть проще. Растильный Траволта. Чё по руке, как скрепки поживают? Чё посмотрим? Сейчас посмотрим. Кстати, как в 7-й части, чтобы быстро открыть дверь, лучше два раза... Ага, все, я поняла. Потому что я эту хрень поняла под конец уже, на самом деле. А сколько лет прошло? Скажут, сколько прошло времени после событий 7-й части? Днем лихорадка, ночью пипир. Пипир. Просто игра делалась по ДМД, у них случаями... Я поняла. С памятью получше, а вот лучей не подвезли. Понимаю. Потому что такая... Такую хрень можно вышить. Ну, прикольная. И деревья прикольные. Прям. Я очень люблю растения, но растения очень не любят меня, потому что умирает все. Видите, листья в стену уехали. Видите, там. Ну, отодвинешь ты этот цветок, Итан не пройдет, и все. Обожаю растения, но они у меня умирают все. О, этот фит я не слышал. Она подаем. Нет! Your mama and I love this song so much. Сейчас разбудим ребенка, смотрите. Проще бы ему. Могу сказать, после такого опыта зарабатывайте денег на новое железо. Железяки, это да, к сожалению, стоит, конечно, бешеных денег. О, смотрите, это на память от Лукаса они держат. Чтобы просто... Я после Лукаса, я бы, наверное, воздушные шарики просто десятой стороной обходила. Нахер такой... Опа! Опа-па! Ой, прекрасно, прекрасно, приятно. Не экай. Фоточки! Да тихо! Не крякай! Пошлите, положим ребенка, господи, она сейчас будет крякать. Пошлите, пошли, 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 все, 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 тихо, 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 тихо. Так, рука закрыта, блин. Ребята, он в куртке, поэтому рука закрыта. Типа, для уёбка, что там взорвался газ, но мы-то знаем что-то. О, вот это он! Слушайте, а он развился. Вообще-то было страшно, кстати. Он развился с прошлой части. Он в 7-й части так бегал, а здесь он так ходит. Понимаете? Эй! Вот это, конечно, развитие. Не ори! Да я не ору. Напоминает Uncharted 4. Там же дают дом посмотреть, графонистые фотки посмотреть, полистать. У вас, походу, Ульянка растет, ну крякает. Может, он по хате бегает, думаешь? Траволта вовремя, блин. С этим ребенком всю игру бегать будет. Я тебе отвечаю, что мы этого ребенка спасать будем. Я тебе прям вот... Запомни слова. Вот запомни слова, мы будем спасать ребенка. Отвечаю. Не, ну фоточки красивые, конечно. Все, закончились фотки. Закончились фотки. Ну, красиво, красиво, конечно. Оружие выживания. Применение крупнокалиберного оружия в бою. Автор Джозеф Кендо. Любимая вещица Розы. Так, ребенка нашего зовут Роза.
вас издаст. Розмари Уинтерс. Дата рождения 2.08.2020 года. Рост 62,3 см. Вес 6,57 кг. Слух, зрение, осязание, проверка реакции. Отклонения не выявлены. Пациент здоров. Прочие отметки. БСАА проведет дополнительный анализ на грибковые патогены. Мемориальная больница Аппельфельд. Грибковые патогены. Сибушка, здравствуй! Вот когда тебя твои растения попытаются сожрать, тогда можешь сказать, что они тебя не любят. Однако здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Привет, привет. Самое главное, что на их фотке свадебной. Так. Rose is fine. А ну-ка. Ох ты ж сучка. Реально закрыто. Ну или после событий прошлой части записался на секцию. Поход на секцию по бегу. 6 февраля 21-го. Мы опять с ней поругались. Я случайно упомянула о том, что было... Ага, все, 3 года назад. И она психанула. Мы, наконец, освоились на новом месте в Европе. Будем растить розу. Но мне по-прежнему кажется, будто я не выбрался из того ада в Луизиане. Меня не любят обсуждать эту тему, но разве можно вот так легко все забыть и сделать вид, что ничего не было? Не лучше ли обсудить те события, чтобы мы воспитывали Розу, не опасаясь возвращения прошлого? Это надо сделать хотя бы ради нее. Я знаю, Мия тоже это понимает. Она бы не вспылила, как и тогда в больнице, будь ей все равно. Так, понятно. Тут свой личный дневник пишет. Прикольно, когда у тебя есть такой отдельный кабинетик. Призрак, приветики. Приветики, приветики. Не, она уже спустя какое-то время, я думаю, стала 6,57. Потому что если она родилась 6,57, она должна была Мию порвать нахер пополам. Если она родилась 6,57. И Мию должны были до пупка зашивать просто, скорее всего, тогда. Одежда для Розы на завтра. Так, детеныш спит. Хорошо. Хорошо, прекрасно, чудесно. Мне так нравится вот это кресло здесь просто с нихера. Просто вот кресло. Просто будет здесь стоять. Через 3 года после 7-й части. Да-да-да. Новорожденный 6,57 это прям... Игра похожа на DLC. Почему? С чего ты взял? Это же только самое начало. Начало пока только. Красиво. Вот это, вот тут прям красиво, слушайте. Я не помню, на какую кнопку скриншот делать, но я сделала скриншот. И обои классные такие. 4 года? Руку ГГ пришили с нами. Полили водичкой и зажило. Ну, в принципе, она же, по идее, сама зарастает. Так что... Джазовые альбомы, несбыточная мечта молодости. Ну, тут уже, конечно, все. А, это мы жратенькать будем? Вкусно выглядит. Все, у меня забрали управление. Я после достранения детей в играх не воспринимаю. Спокойно, не бесил вообще. Ну там ребенок, если орет, то прям тебе надо немножко. Hands off, mister. It's chorba de legume. Ну так. Ну так это в ладони-то все ж чорбу набирают, правильно? Local wine too. But if you're gonna keep soaking all evening, maybe you shouldn't have any. О, любимая игра. Привет, привет, Вакиба. Здравствуй, здравствуй. Неаппетитно? Тебе чёрба неаппетитно выглядит? В 7-й А вот 7-й части там-то... А пахну я! Пропустить фото? Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Mia! Положу кружечку, пожалуй. Mia. О, God. Крис? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? А чё? А чё?
А чё? Go move! Блять, да я не поняла, что идти надо. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Груз. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Это что, собака? Rose. Get him out. Нормально вообще? Раз 10 прошел, ничего себе. Зачерпывает родой, туда название хорош. Так, это приснилось что ли все? Hey, нет, doc. Да, нет, это сон. Анализы Розы. Хочу обсудить. Сможете подойти в следующий четверг? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Okay, you put it. I keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look. She's going to be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Я что-то немножко сейчас вообще минус... Зря спасали, минус... Правильные выборы сделала в седьмой части. Зою спасла, и все. Ну, я же говорю, надо было Зою спасать. Крис, конечно, эпичный здесь. Крис, конечно, прям вов. Еще вот это вот снизу. Ой! Муа, прям обмазаться Крисом. Ля ты Криса! Простите. Так, я сейчас что-то не поняла. What are you talking about? Where's Chris Redfield and Rose? Who is this? This is the place, Ethan Lapu. Ethan, Ethan. Fuck. Мы разбились. Розу похитили. What the hell happened here? Не, погоди, парень, ты туда сейчас не идешь. У нас разбился наш грузовичок. Бесполезно. Цели операции. Устранить цель, доставить тело. Забрать Розмари Уинтерса и Итана Уинтерса. Устранить цель, Мия была целью, я так понимаю, да? Крис мне разве что в пятый нравился пару глав, пока не начал ныть. Так, блядь, я сейчас кошку не задавлю между делом. В шестой вообще Криса. Ля ты Крис. Не могу перестать это делать, простите. Смотрю, стрельба сильная жизни. Она, блин, она же... С другой стороны, мы же ее тогда вылечили. Значит, она уже регенерировать не может, по идее. Правильно я понимаю? Ты на всех людей, которые убивают. Представить хотя бы двоих охранников. Доставить обоих Уинтерсов в пункт С для дальнейшего осмотра. Ага, пролезть нельзя. Он как-то иначе начал приседать, если честно. Ну, короче, ГГ, парень. Я поздравляю. Вы что-то воете совсем херово. Так, пошли. Шесть гигов. Текстуры. Good human. Какие номера? Давай посмотрим. А, ну бегать он. Вот. Вот. 7JRXXVY4. В художественном фильме Snitch, bitch.
Ну, только если они реально... Ну, блин, он хорош. Ну, на номерах грузовика, возможно, и дата выхода девятки. А я думала, это мясо, это камни, господи. Хол, ну его хотя дели, я надеюсь. Мей не может, ну все уже, да. По теории в Акибове... А, все понятно. Грузовик марки Запорожец фарм похож. Они просто сняли, чтобы было непонятно. Знаешь же, если вдруг угоняешь что-то, определяют по номерам и по типу машины. Вот собрали такого монстра Франкенштейна, чтобы по типу машины было непонятно. Так. Окей, сюда мы не пойдем. Видимо, обойти надо. Присесть, встать. Понял? Ты... А? А, реально, да, смотрите. А я-то думала. Ничего не понял, но было интересно. Ну, в холодное приложи сразу. Встать. А у меня вопрос. Ага, ну бегать мы пока не можем. Так. Не, ну страшно сейчас не будет. Самое начало. Камни — это мясо земли. Важно не путать, а то камни так все... Ну, типа, 25 резику, четверка, типа, следующая игра. Остальное просто... А, я поняла, остальное в процессе. Доги-гаги, приветики. Итан Блэд куда-то нас завел, и другие приключения с Морча. В резиках самое страшное в ночи... Пиздец. Посмотрите, блядь. Посмотрите. Кишка. Нихера себе! Тихо! 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 Блять, их кто-то привязал. Пиздец. Давай отвяжем! Отвяжи птицу! В жопу. Ребята! Кто там был? Кровь на лапнике. Сейчас тиран из-под кустов выпрыгнет. Добрый вечер, диспетчер. Я голубь чётенько. Вообще просто. Свет... У меня выключен свет. У меня не включен. У меня свет только из окна. Подождите, я не вижу, потому что кошка. Котятка. Потом чиль. Капком анонсировали духи к 25-летию. С ароматами Криса, Леона и Джилл. Серьезно? А как же Ада? Или как ее там зовут? Поросятки мертвые. Подтушек зомби. Расширить можно пока... Ага, понятно. А грибов? Вот нужно зомби и грибов. Одну банку с Крисом, пожалуйста, еще... Вообще рама для... Ну то да. Крис, тут та еще рама для Ван Дамм. Не слышала такую штуку, прикольно. Бери что-нибудь. Будем чем-нибудь отпиваться. А, вот дадут воду, нахай их затапливает к чертям собачьим. Mm-hmm.
Ну, фонарики так не светят. Запах камней, источных вод и... Вот запах камней, источных вод и сырой земли, это к марке Деметр, не знаю, вот у них есть такая штука. Запах земли, запах шерсти кота, запах кладбища. Свечи с запахом гнили для семерки. Ректальные. Закрыл. Оно естественно, блядь, вниз. О, смотрите, как у моей бабушки были такие шкафы. У моей бабушки шкафы такие. Я просто когда отодвигаюсь, вам меня не слышно, скорее всего. Насколько они натуральные. Ну, говорят, что пахнет вот прям как... есть запах дождя. И вот говорят, что некоторые пахнут вот реально... как заявлено, как там дождик чем-то свежим таким. Есть, которые свежескошенной травой пахнут. Есть те, которые, ну вот прям чувствую, что чувствуется, что что-то химозное, но в целом достаточно забавные ароматы. Они держатся очень недолго. Такое чисто, знаешь, поразвлекаться, если тебе нравится что-то необычное. Так, блядь, чё ты скрипишь? Тут половиц-то нет! Красиво, красиво. Мне кажется, даже я знаю автора. Запах камней — это запах Криса. Вспомнил хижину в лесу из Evil Dead. Пошли искать подвал с дедайтами. Сейчас тут что-то будет, смотрите. А что значит сброс? О, даже так можно сделать, смотрите. Я отрезал руку бензопилой. Слышно, но слабо, ты не отодвигай. Да нет! Хапу на тебя! Вот эту херню надо просто в лицо всем давать. Включить горелку и в лицо горелкой пулять. Ой, блядь, сейчас сзади будет. Ха! Я как ниндзя. Чеснок. Бля, что-то у меня ладошки вспотели. Запах железных яиц. Вот это вот я не знаю уже, если честно. Будет из лялишки на духе. Сброс, типа, ты взяла первый раз, так она вещи... Ага, ну сброс, а вот и Крис побежал. Ну, в принципе, кстати... Так, ну убежал, хорошо. Крысы могут очень много шума наделать. Сегодня вот у меня там кошка крыс испугала. Я тоже об... Ах ты ж... Ой, а это обязательно? Хера он выломал просто дом. Просто стену снес. Кто сделал все это? Тупо сруб? Смотрите, это бревна. И он выломал бревна к чертям нахер просто. А когда успела рассвести? У меня вот сейчас поняли. Щегол или щенок? Не помню. Я уже не помню. Щур. Я хотела сказать щур. Куртку заморозила. Да сейчас смотри, снежок. Ну, все же снежком оттирались. Дед запачкался такой. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту снежочком. Да я не так долго ползала. Так, а что опять потемнело? Я не понимаю. Это что такое? Это что за нагнетание атмосферы? Ой, красиво. Некрасиво. А вот так красиво. F12 вы говорили, да? В стиме. А что там было подобрать? Не, подобрать ничего не было. Тут было осмотреть вот эту вот штучку. Закрыть.
Все, подобрать здесь больше нечего. Не. Ну, не особо быстрее он бегает, ребята. Вот это он бегает. Вот это он бегает. Так, ну, не особо. Ну, чуть быстрее, конечно, чем было. Ланин, приветики. Не потемнело, просто в Сербии ебучий. Посветлело, наоборот. После прохождения заметки разрабов интересно посмотреть. Хорошо, обязательно глянем. Чё как, Ланин? Как ты? А, традиционно можно... А бить нельзя, да? Ну, мы не дед, конечно. Не дед-пердед. Тот наш анимешный. Тут, конечно, да. Сейв был только что. Тут я, конечно, спорить не буду. На какую кнопку скриншоты? Срочно! В стиме, срочно! Срочно надо, я хочу скриншотов. F12, спасибо. Обещаешь? F12, обещайте. Хорошо. Where the hell am I? Ой, красиво! Ой, красиво. Базовый нас, ну вроде да. Принтскрин! А, ты ж негодяй! Вин, что там? Как там? Win-Shift-S? Ты тут... Тут есть кнопка фоторежима. Все, до свидания, ребят. Фотограф! Все, ну как бы тут до побачення, товарищи. Тут как бы до побачення. Так, что значит камера? Ага. Ну, что ж. Не, ну ладно, мне лень этим заниматься. Альт F4, да ну что это начал-то? Ван Хельсинг. Ну так эти. Ведьмы, призраки, вампиры. Не-не-не, все, я вытащилась. Я потом сама сюда приду после и буду делать скриншоты. Ведьмы, призраки, вампиры, да, призраки, вампиры, дискотеки, так и есть. Потом найдешь 4К скрины. А сейчас без задержки. Что именно без задержки сейчас? Так, у меня переподключилась клавиатура по какой-то причине. Юс. Ну посмотрите, как красиво. Ну красиво. А что без задержки? А, команда? А были раньше с задержкой? Просто двигаться, да, под дискотечку. Прикольный трек, эти версии из Акимбо. А что за версии из Акимбо? Что это такое? Штанишки заморал. Ну, тут есть новые, если что. Пивасий. Пивасяндрий, ребята. Ой, коня жалко, конечно. Посмотрите, какая мощная махина. Ну, это лошадка. А как бы... ничего себе яйца у вас тут. Ничего себе у вас тут яички. У меня был знакомый, который не любил, когда куриные яйца называли яичками. Он говорил, яички у мужчин. А у куриц яйца. Сатый горох. Чеснок. И у меня, да. А, интересно.
Интересно, может, мне казалось, не сразу гусиные, думаешь, гуси... Ну, в принципе, гусиные больше. Мася, я тебя здравствуйте. Приветствую. Кошка пришла. А! Так, а что-то я не понял сейчас. Хера себе! 9 февраля, рассвет, какой-то лес. Это был самый обычный день, но потом в дом ворвался Крис Редфилд и уничтожил нашу семью. Он забрал Розу, убил Мию у меня на глазах. Меня оглушили, я сейчас черт знает где, в каком-то лесу. Что вообще происходит? Зет, ну вы нормальные. Пиздец, конечно, ребят. Пиздец. Что-то это... Приближать можно, очешуеть изменения. Есть фильмец Ганса Кимба называется, там в остров был... А скинешь? Ну вот мне как бы интересно, мне сюда, мне не сюда, где меня за жопу схватят и вытащат, и втащат в сюжет? Где меня схватят за жопу и втащат в сюжет? Так, интересно, закрой дверь. Я забанулся. Но ведь яички у мужчин, ну яички у мужчин. Единственное, что мне не нравится в резе, когда к этой секретике, чтобы пройти игру на 100, надо обладать всю игру. Как он боялся, что да, да, да. Тут прям все... Maybe they're out. Замок... They are out! Yep! Like, fucking exactly. Блять, кошка. Пожалуй, я тебя умираю. Я тебя умираю, я тебя умоляю. Давай, наверх. Чтобы пройти игру на низких уровнях сложности за разных персов несколько раз. На карте даже обозначение теперь, если все полутало, тебе покажется. Поняла. Я поняла, я сделала тише звук. Спасибо. Спасибо, что напомнили. Спасибо, что напомнили. А это что такое? Это типа вата? Такая у вас. О, еще одна такая же хрень. Не страшно. За Криса иду. Ля ты Крис. Не страшно уже, все. Ведется поиск. Блин, ну это якась хрень. Давно уже ебанулся части с первой. Ой, я же скидывал несколько раз. Да блин! Я просто тупченко чуток. Бля, а это у вас тут, у них открытая зона, здесь нужен другой предмет. Ой, я ебу. Здравствуйте. Приветики. Очень интересно. Они тут сделали типа открытого мира, что ли? Или что, не пойму. На подушках вязан какой-то. А у него... А, да, да. О, точно! А какие здесь сокровища? Ну, говорили, что она не сыкотная. На самом деле, мне отметки много раз помогали, когда было делать нечего, и я ходил и искал всякие плюшки. Затолканы ачиву? Серьезно, за то, чтобы их открыть? Ачиву дают. Выглядит как свое родное, особенно вот эти туалеты с дыркой. Ну, это что-то туалет какой-то, знаете, тут навалено всякого говна, но только не того говна, которое говно. Мир открытого сортира. Не то, что подкрытый, типа деревня, к примеру, как холл во второй части. Я просто не шарю за вторую часть. А, да вы клюете.
Поняла. Подождите, но что означает, что ведется поиск? То есть я вот здесь не все собрала, но здесь и собирать нечего. Но, судя по всему, здесь будет собирать что-то потом. Правильно я понимаю? Типа, если сейчас мне ничего тут не собирается, это не значит, что потом здесь ничего не будет. А-а-а, вверху клетка, все, вижу. Тут надо с той стороны зайти как-то. Не баньте. То есть деревня тут место, откуда ты по другим локам пойдешь. Деревня как бы центр. Ну все, Кодзимба. Подставляй жепу. Шлепать будем. Ой, облупленная краска, смотрите. Вот облупленная краска, все, это свое родное. Больше вспоминай деревенька четвертая. А у тебя, у меня нет команды. А какой команды? Ебать, меня просто тревожит, что я тут ухожу вообще в ебеня совсем. Полнейшая. Музыка? Выходи! Выходи, мне надо! Шлёп. А, шлёп. Надо сделать тогда команду шлепка по попе, по попчу. Так, а здесь поиск завершён. Откуда это здесь? Это хороший вопрос. Очень любопытная метка. Вон низко в Borderlands играет. Я тоже хочу. А то эти ваши страшные игры. У меня все ладошки вспотели, а запасных нет. Никакого боксита без крайней помощи. Есть команды... Нет, команды шлёп нет. Не обманывай! Ебать! Козьи бошки висят. Давайте сюда сходим. Ага, все, я теперь успокоилась, потому что мы немножко сделали круг. Все, мы закрыли. Закольцевались. Хотела сказать, залупились, но мы закольцевались, а не залупились. Что-то здесь все водить не умеют, мне кажется. Как-то прям хреновато. Светлый путь будем. А Borderlands, Borderlands. Я в третью, кстати, так и не поиграла. Третья так и прошла мимо меня, если честно. Смотрите, трактор просто. Берем трактор. Переименовываемся в Петра. И как поросенок Петр. Сваливаем на сраном тракторе из сраной... Что это? Сраной... Что это за страна? Кладбище, мастерская, место ритуала. Любопытно, конечно, вы тут устроились. Любопытно, вы тут устроились. Так, ну здесь... Ага, туда отмычка нужна, поэтому, походу, не... Болгария, вроде бы. Я и не хотел играть. А в предыдущие три ты играл? Тоже находчивый. Тебя-то позвать все равно не пойдешь. У кого в третью борду? Но ты же не зовешь, ты же не знаешь. Сначала надо определить, что это страна, чтобы знать, откуда сваливать. То вдруг вокруг все только куда. Справедливо, справедливо. Привет, Аяшечка, сладкий мой. Здравствуй. Я пропустила, как ты здоровался? Как ты кость делал? Или я не пропустила? Или пропустила? Сваливаем из страны румыняшки, да. Технически, может быть, и Украина. По внешнему виду, в целом, да. Но мне кажется, что узоры не украинские немножко все-таки. Узоры немножко не украинские. Поэтому вот тут меня сумлевые разобрали. А, не пропустили. Обнимашки. Обнимашки, ай-яй-яшки. Или болгаряшки, да, тут. Или румыняшки, или болгаря. Тут вообще просто.
Эквест. Что такое Эквестрия? Играл во все. И в третью тоже. Попали в Братиславу с долларом 10. Как там было в... Господи, как называлось... Назывался фильм про ребят, которые в... Путешествие по Евротур. Все. Спасибо большое за подсказку. Как в Евротуре, да? Заперто, хозяин отсутствует. Но это явно не украинские ребята. Явно не украинские. Простите, не похоже на... Непонятно. Ну, тут как бы начались у нас ключи. А, страна из моей Евротур, да. Закарпатье, ебать, пиздато. Захотел поиграть в Крю. И батл... Айти. Серьезно? Можно им написать в поддержку, что типа, ребята, вы стриминг считаете читами. Пожалуйста, реконсидер. Reconsider, please. Так, вот сюда нельзя было, вот сюда нельзя было. Вот сюда заперто. Все, хорошо, единственный путь. Let me in, let me in. Для трех слов слишком... Ну, это были, знаешь, как в японском бывает. Очень много слов. Слов. А по факту... Среднестатистическая европейская страна третьего мира, которая является жертвой советской оккупации, предположительно развитыми странами, где-то в Африке или около того. Предположительно где-то, да. Вот что-то типа... Ну, получается, что так, да. Можно сломать. Так, приложи силу! Свою, человечью! Ну, пизда-то теперь, конечно. Ну, охуеть теперь можно. Полностью излечивает все раны. Что значит сгруппировать предметы? Ага, все, я поняла, что значит сгруппировать предметы. Ахой, Пикачу, здравствуй. Спасибо, что хотя бы не призвали там кого, да. У меня черный флаг есть. Ну вот, кстати, черный Black Flag прикольный. Так, сейчас кого-то будем резать, ребята. Тетрис в инвентаре, истинно так. У нас тоже такой цветочек был. Did they just run out of the house? Вообще ему прям на голову налепят это, смотрите. Хотя бы не как в седьмой части. Знаете, хотя бы не как в седьмой части. Сейчас вот тут, да, кто-то есть. Держит, кстати, нож как, вот так вот, как... Ага, это типа кольнуть, да? Я поняла. Буду резать, буду бить. Сгруппировать нож, моторчик и цепь с батарейкой. И поехали. Там кошка, кошка, кошка. No, no. Friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. Я буду очень часто пиранью косплеить. И делать вот так, простите. What's going on? Похож на актера какого-то. Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Sorry, Inspector. Take it! Take it. Help us. Hey, are you listening? Hey! What the? Ты рот не открывай, главное. Shit! Dead body? Wait, there's more. Ебать!
Как они все друг на друга похожи. Никто наготовился, ну, в принципе, да. Хорошо, что дед промазал, да. Тут, собственно, у него... Не было ни шанса. Опять, блядь, та же самая рука. Ну, ну, ёб твою мать! Пиздец, откромсал пол ладони. Я что-то мне наклацала, ничего не наклацала вам? Или наклацала? Рип дед. Потеряли деда, да. А потому что был не анимешник, а потому что был не тот самый дед. Потому что был черт пойми какой дед. Какой у Олешева не мусор, а удобрение. What the hell? Блять, ну 5 патриков, это, конечно, вы меня извиняйте. Я сейчас опять все губы сожру себе, ребята. Ну что за дела? 5 патронов, это не тира. Это неуважительно. Это не серьезно. О, слушайте, а следы остаются, интересно? Не остаются, очень жаль. Еще и минус пол лица, минус пол шеи, минус пол ладони. Просто, а что-то полить можно там как бы? Не можно, да? Ну ладно. Ну хорошо, сойдет и так. Пару грибов. А зато не лагает после патча, кстати. Кстати, да, потому что патч я накатила. А что должна... А я не знаю, у меня просто курсор был на OBS. Поэтому... Ой, зомби-качалку открыли, гачисты. Тут да, тут босс-гачалки, ну, в принципе, босс-гачалки. Тут так и... Так оно и работает. Так, реагент. Это что такое? Тап, посмотреть найденные материалы. Создание. Реагент. О, етитьки наколотитьки. Патроны пистолета. У нас, значит, реагент с травой связывается. Порох, ржавые обломки. Будут патроны пестика. Это у нас что-то 0 лей. 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 Лей, лей, не жалей. Вылей все скорей. Вам меня видно? Или сделать вот так? Или сделать вот так лучше? Босс гачалки, это звучит ново. Ну так тут 5 патриков вполне в мультфильме про губку... В смысле, в мультфильме про губку Боба был один. 6 патриков так-то. О, работает. Трава. Хорошо. Трава красивая. Все сделали. Подмастерье. А мне не надо, мне все в порядке. А, опять... Все, я поняла, каких патриков. А то я же думала, ничего себе. Не, у меня просто это, я что-то случайно клацнула и уехала, потому что сейчас оно зафиксировано. Вот я мотаю, оно не уходит на соседний монитор. Это и немножко что-то... Потому что у меня окно без рамки, оно должно быть нормально. Я немножко, конечно, это... Просто псих... Я испугалась. Я испугалась, и стрельба здесь все такая же. Не очень. Нет у тебя веса этого оружия. Ты им водишь во все стороны. Окно в квартире. Да. Кошку разбудили. Немножко, да. Немножко есть такое.
Леон бы этому зомбаку тупо челкой с разворота зубы бы выбил. Но это вампир. Болторез. Прекрасно. Это вампир. Это вампиры. Вампиры. Вампуры. Вампудастры. Вампумпуры. Вампирюльчики. Вампурпашечки. Шки. Вам. Вот так вот. Не похож на вампира? Интересно. Они теперь отсюда стали использовать это все говно. Блин, мне кажется, что цепь так сложно сломать. Если вот по-честному. Цепь очень сложно сломать. Или оборотень? Не, вампиры. Нет? Или оборотень? Или вампиры? Мне казалось, что у нас здесь... Они просто... Ну, чё? Ах, хер ли кусать-то? Ты чё закрываешь? Закрывает он. Ой, чувствую тёпленькое от компьютера. Чувствую тёпленькое от компьютера. Вамбу... Вамба-тень! Ой, сейчас, подождите. Подъеду немножко, подвкачнусь. Так, ага, поняла, поняла. Нихуя нету. Ой, ничего, ничего, ничего нету. Ничего, простите, простите, ничего. Левая валюта Молдавии, Румынии, не Украина. Всё, не Украина. Вамбаромби! Румыния. Какие ваши доказательства? Доказательства чего конкретно? Мортал, вамбатяня, вамбатяня, мортал. Ты руку куснул, мне и шею оторвал. А, хорошо вышло. Я просто начинаю нервничать, начинаю нести... Здравствуйте! Херню нести и чесаться. За еду работают. Никаких денег. В амбаромбе. Ну тут скрипит все, я тоже умею скрипеть. Как интересно, слушайте. А, не, все постепенно появляется, хорошо. Понравилось пальцы терять, да ну блин. Ладно, шею. Все ясно, Вика усиленно игнорит. Да блять, да ж вурдалаки, ну я же говорю, это ж вурдалаки. Про местных жителей, да я просто что-то скипаю случайно, прости. Прости, не специально. Это вурдалаки, это оборотни. Вурдалак. Подожди, вурдалак это оборотень. Про местных. А прикинь, скипнуло бы сообщение про скип. Вурдалак от вампира вроде бы. Целых 8... Не, подожди, у нас осталось, между прочим, кстати, 3 пальца. Один безымянный прям почти полностью. И, ну, третинка мизинца. Вурдалак это вурдалак. А от кого появляется... Живой мертвец. Вампир? Живой. Нет, подождите, вурдалак это вурдалак, а упырь это упырь. Не, кот не убивает кресло, она лежит просто. Давайте не путать понятия. Вурдалак это вурдалак, а упырь это упырь. Сектор газа вурдалак. Вампир. Низшая мифология народов Европы. Живой полумертвец, либо мертвец. Ведущий ночной образ жизни, сосущий кровь у людей, кошмары. Считается, что вампирами становились нечистые покойники, преступники, самоубийцы, умершие преждевременной смертью или зараженные от укусов других вампиряж. Осталась та часть, на котором Итан носит кольцо. Да. Волколак оборотень. Я говорю, лениво. А, я поняла. Окей. Так. Понял. Все, без вопросов, без претензий.
дует. Хорошо, что я комп убрала в противоположную сторону от той, в которой сижу. Потому что он дует, просто я вам передать не могу, как сильно. Просто наяривает тут. Так, а что, если я вот сейчас прям... Вот прям сейчас, знаете, сходу... Блять, удерживайте, говорят. Вот это, блять, новая механика началась, конечно. Ебать. Там я, конечно, забаррикадировала, а это что? Болторез. Да. Он болторез выкинул. Just do it! Вампир в славянской мифологии малость отличается от вампира в других мифологиях. Но они же и то, тварь кровососущая, правильно? В любом случае, оживший мертвец. Вот по сути тот же зомби, только из гачалки. Все правильно, все так и есть. Так, блядь. Я сейчас что-то как бы немножко... Блять, ну мне страшно. Ну мне страшно. Ну мне тут прямо пиздец страшно. Ты, блять, там слышь? Сука. Сейчас я проорусь. Давай. Живем. Живем, живем. Живем. У меня в параж тоже так доски ломаются. Кого не видела? Бенивента? Это кто? Осморчил. Термина зомби не было нигде, кроме части Африки. Я же говорил, пиранья будет очень часто. Так, и шо, окей? И шо мне с этим трупом делать? Я ж трупы не ем. Король Артур, на нас напали! Сик, страшно! Сик, привет! Страшно, пиздяо! Орёшь вовнутрь немножко, да. Или не увидишь, мы не скажем, что будет, а чего не будет. Привет, Сик, привет, привет, бра. Привет, ребята, привет. Макс Старвинг. Актикин, привет, привет. Я не хотела, я не знал. Страшно, нет, нет, нет. Ой, блядь, не от рейда, игра страшная. Тут-та-да, привет. Привет, ребятушки. Располагайтесь. Мы вот сегодня только запустили в первый раз восьмой резидент и немножечко... Как у меня горит отчет! Иди сюда! Немножко ссу, как говорится. Немножко ссу. Привет, чё, как вы? Располагайтесь, всячески умещайте свои жепки, куда вам понравится. А чё без света? А у меня... Я не знаю, чё я без света. Надо включить вообще, но я что-то... Сейчас включу. Вам не видно, но у меня стробоскопит лампа. Ща. Ой, блядь. Сука, мне нужна новая кольцевая. Сейчас, включу свет. Тут кот, да. Смотрите, как смешно она сидит. Вам видно? Вам не видно? Скажите, что вам видно, что одна лапа здесь, вторая здесь.
Хоп, хоп, лапа. Мне нужна новая кольцевая, сказал Собянин. Неплохо, неплохо. Кит немножко растикся, да. Да, кит немножко потик. Все, мамина ябедничаю. Молодец, молодец. Во что играли, Сика? Как ты? Как детишки? Ребята, рассказывайте, подошедшие с Сикой. Живыми питаешься? Нет, конечно, ни за что. Жрать захочешь, будешь есть. Не-не-не-не, ничего подобного. Ничего подобного. Офигенный Я хочу как-то связать со словом кот, но мне не получается. А вы поезд через два рейда едете. Но мы в ближайшее время тоже рейдом поедем, поэтому можете располагаться. Мы тоже скоро рейдом поедем. Мы тут ненадолго, потому что в будни я после работы... Меня прям на мало хватает. Ну давай! О-о-о-о! Чё ты... Вы видите, как парень отрывает доски? Очень херово он отрывает. Сука. Все, помер. О, Лея. Что-то магазин будет? For real? Ой, по традиции. Ой, по традиции. Тут, слушайте, тут будет магазин, прикиньте. Всегда хотел так же сидеть, жал... Да, да, я тоже так не помещаюсь, если честно. Я тоже так, если честно, не помещаюсь. You're breathtaking. You're all breathtaking. Я сейчас быстро альтабнусь и пойду посмотрю. Актикин. Да, все правильно я прочитала. Спасибо большое за фоллоу. Располагайся. Надеюсь, тебе понравится. Мы подружимся. Ты будешь приходить, и мы будем счастливы. Forever happy after. Ever after. Ну, вы поняли, да? Ever after. Вот это вот. Располагайся. Спасибо огромное. Бра. Так, что, все. Я отоссала. Нормально, я отоссала. Я считаю, что это была сейчас подписка ради кота. Это как бы завлекалочка такая, знаете. Я здесь, чтобы писать брух. Брух — это святое. Писать брух — это прям вот так вот. Вот таке. Иди сюда, нас пальцев... У меня их еще... 9,5. 9, если все собрать вместе. Пальцы с доски... Да, конечно, соскальзывают. Прям со звуком соскальзывают. Ух! Так, дом на краю поля. Вот этот? Вот этот? Дом на краю поля. Замок. Замок, замок. Дом на краю поля. Или, может быть, он там дальше, кстати. Да, подкотловник. Подкотловник. Подкотловник звучит, будто что-то под котел. В седьмой магазина? В смысле, в котором ты деньгами платишь, не было. Так, ну как бы нет, конечно. Не буду я открывать. А чё? О-о-о, привет. А как мне туда попасть? Подождите. Это идти... Ну там... Полузакрыто, по-моему. Туда попасть нельзя было. Если я правильно помню. Магазин — это хорошо. Надеюсь, на торговцев в стильном плаще, как в четвертом резике. Я теперь каждый раз, когда речь заходит про торговца, как в четвертом... Это ж тот, который welcome, welcome говорит? И вот это вот anytime. Вот это вот все, оно. Все? Не, не все. Смотрите-ка. Я тоже так умею. Бля, страшно. Сейчас пишется. Опять нас тешится. А я теперь аркану вспоминаю каждый раз. Что изменилось? Опять неплавно идет. Изменилось ничего. Ничего не поменялось. Все так же окно без рамки, все так же предпросмотра нет. Я просто переключилась в Twitch дашборд с прецеля. Но Twitch дашборд, он, ну, типа, он никак не роляет на
Ну, я, конечно, переключусь обратно. Мало ли. Мало ли. Десай, привет. Привет, привет. Тихо! Ебать, сидят. Ну охуеть теперь. А меня сожрут? Вообще-то я был просто с работы. Да блин, я в таком стрессе сейчас, что я сейчас... У меня все новопришедшие. Если кого-то не было... Дольше 5 минут в чат не писал, все, я забыла, что ты был. Я в панике, я в стрессе, я в ужасе, я посмотри... Аппаратур на нас напали! Плюп! Тама! Тама! Спасибо! Привет! Привет! Опять напали! Опять напали! Нападение сплошное! Все сердечки мира Таме! Привет! Привет! Ну здравствуйте! Здравствуйте! Я ссу! Официально у меня есть подлокотник, короче, кот. У меня есть кот. Шимик, приветики. Привет-привет. У нас тут 8-й резик, к сожалению. Обнимаю тебя крепко, беги. Тама, спасайся. Спасайся. Фиш, приветики. Кристен, здравствуй. Бэдьяр, приветушки. Сама обязательно, обязательно. Оно, в принципе, стабильно, ну хотя, что я... Стабильно идет после патча. Патч накатился, поэтому накатывай тоже. И тоже давай го, вместе будем бояться. Буду приходить на твои стримы и не бояться на твоих стримах, а на своих бояться. Вот это вот. Или наоборот. Короче, кот. Хвастаюсь котом. Подкотловник. Да, да, подкотловник. Рассказывайте, как ваши дела. Делитесь, делитесь своими новостями, пока я тут нервничаю. Когда со мной разговаривают, не так страшно, потому что страшно прямо очень, ребята. Смотрите, они тут... Они прям... Чё ты сидишь? Хапу на тебя! О, опять слипает. А, сломать можно так сломать? Берем. Берем обратно. Самое интересное, привет, Сергозвер. Здравствуй. Я просто очень медленно продвигаюсь, потому что мне очень страшно. Вот сюда можно было подняться, кстати, в этот дом. И вот сюда, наверное, либо здесь есть замок, кстати. Давайте мы туда потом сходим. Я тебе прыгну на голову. Простите, мне страшно. Монте-Карло, приветики. А это был минус Маус. Я все видела, питон. Loot. Штуки. Я пропустила очень много штук. Пойду в магаз схожу. Давай, питон. Приятного тебе магаза. Кого? Магаза. У сиамских, видимо, пародия так... Да, да, судя по всему, у сиамских по пародии разваливаться таким образом, потому что вот она любит очень... Лежать на подголовнике и вот таким образом. Еще ноги свесило с разных сторон. Я погуглил, ведь торговец здесь вроде как связан с торговцем четвертой. Боюсь, к четвертой ты уже... Ну, может быть, могу... Я... Тут надо выстрелить ему раз 15 в лицо, чтобы он помер. Может, ты, конечно, куда-то не в то место. Что пугающего имеется? У нас есть команда Бу. Восклицательный знак Бу. Но, в принципе, меня в данном конкретном состоянии испугать может вообще... Что угодно. Вот. Что угодно. Сори, Вик, я овощ, я сегодня из тех, кто любит смотреть. Располагайся, ну что ты, ну располагайся. Располагайся, прячь свои ладошки. Прячь ладошки и наслаждайся. И медленно скрылся как гном. Да, такой, знаешь, просто та-та-та-та-та-та. И уехал. Улицы дают, стало больше походить на... Ну, тут как бы сейчас тут... Если мы сейчас еще... У нас будет автоматы всякие, будет немножечко прыгание, скалолазание, точно будет... будет. Как вовремя наушники.
Простите, простите, пожалуйста. Я просто, я... Простите, ну, правда, страшно. Как в описании... That's what it is. Как, да, как в описании... Я просто, правда, очень страшно, ребята. Простите, очень... Я прям пипец. Не уходите, пожалуйста, не бросайте меня. Мне страшно. Вернулись Феписы. А, Олут. А, Эдвард, здравствуй. Я пока что... Пока что нет. Пока что нет. Я чуть позже верну, когда мы допройдем третий Фарыч и Блад Дрэгона. По жопе, по жопе. Куда бежать? А! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Непонятно. Ой. А можно? Ой, беги-беги-беги, я тебя умоляю, беги-беги-беги. Ле-ле-ле. Хорошо. Хорошо. Что-то собрали. О, сокровище! Ууу, сзади кто-то! Ой-ой-ой, мурашки бегут. А, йоу-йоу-йоу-йоу! Ну куда так? Так, ко мне вторая кошка идет. Ко мне хочет прийти. Но он мне намекает, что типа валь. А, в них стреляет кто-то или что это такое? Ай! Хамство! Ну давай, прыгай. Окей. Привет, блять. Приветики, блять. Собрались полным-полно муки. Ой, нервики, пиздец просто, конечно. А Блэк Дрэгона, ну если Блэк Дрэгон разрешит, конечно. Я так жду игры из банки. Из банки именно ты ждешь игры? Или из чего? Подсказку? Нет. Патриков нет! Я его, Али-Бабу. Что происходит? Я не видела подсказку. Ай! Мука создает завесу, если попасть. Блять, кто поменял? Сука, кто поменял, блять, у меня кнопки? Пиздец. Забирайся! Куда, блядь, бежать? Сюда. Куда, блядь, бежать? Я не по... Кошка! Я тебя умоляю. Немножко. Так, что это? Механическая дверь. Охереть теперь можно. Мне надо вот так пробежать вот сюда, судя по всему. Переживите от... Ёб твою мать, совестно пережив, ебать!
смысле переживите, блядь, атаку? Охуеть ты, конечно, парень. Все, меня убили, по-моему. Меня убили. Я закончилась. Или нет? Или это так надо? Я что-то не пережила атаку, по-моему. Пахнешь ты не очень. Ебать, посмотрите на него. Вот это он зря так делал. Уходил Виарала, пришел Виарет. Чего орешь? Потому что страшно. Вниз по речке. Некуда бежать. Надо просто... Как правильно твой ник читать? Расскажи, пожалуйста. Меробль. Пошли за... Дверь закрывается, убегай. Ты знаешь, как когда... Электронная дверь, кто-то зашел, а ты пытаешься ну все, можно не торопиться, не оборачивайся. В смысле не оборачивайся? А чё нет? Не понял. Переживите атаку, все, можно оборачиваться, ребят. О, вот это я всралась, конечно. Мне было страшно. Скажи спасибо, что живой. Благодарю. Это значит... Я... Благодарю. Переживите паническую атаку. Да. У меня сейчас, подождите, я очень начала путаться в словах. Сейчас. Все, нормально. Я просто очень, правда, страшно. Я... Спасибо, что живой. На самом деле, спасибо, что живой. Благодарю, правда, благодарю. Спасибо, что не убили. Почему они ушли? Потому что бабка пришла. Звуки паники. Бро-атака. Стас... Нафаню уже не тот. Слушай, реально на Нафаню похож. Только Нафаню, который повидал некоторое дерьмо. О, все. В доме в соседнем включили светяшки. Очень неожиданно было. Так, а можно я теперь спокойно все? Знаете, что мне жаль теперь? Я такое количество лута отпустила сейчас. Потому что я могла бы взорвать, и они бы все поумирали. Понимаете? Жаль, что вот эти нельзя отрывать. Я бы взорвала, и они бы все поумирали. Понимаете? Жду тоже с нетерпением. А, кстати, банку я не взяла. Она в той квартире осталась. Банка осталась в той квартире. Надо будет ее как-то перевести. Я не знаю как, правда. Пропустила ющик с лутом. Тут я прям много всего пропустила, на самом деле. Поэтому пошлите. Пока есть свободная минутка, мы пойдем и проверим, где тут все, что я пропустила. Так, это что за Дед Мороз сейчас там лепает, кулепает? Звякает. Вот это вот я же говорю, я начинаю путаться, не понимать, где я была уже, где я не была уже. Так, ну туда. Так, заходим наверх, смотрим, все ли здесь мы собрали, обобрали. Ну, прям неприятный момент был, если честно. Пути, не путю. Все продумано, сюжет гениален, Канзимбер. Серьезно? Прям настолько хороша игра?
Во всех резиках такой фов маленький, ничего не видно. У меня на работе есть коллега, который работает с фовом 120. Или он 140 выкручивает. Или 121 делает. Короче, он выкручивает его, знаете, так, чтобы прям... Чтоб ты стоял, а тебе казалось, что ты бежишь. Но с другой стороны, тестировать и так надо, конечно же. Правильно? Правильно. Сожрал некоторое дерьмо. Тоже да. Тоже да. Я всех испугала. Ребята, которые с Тамой пришли, простите, я просто... Я больше не буду. Тама просто так сильно долго не орёт. Простите, больше так не буду. Бэ-бэ-бэ. Так что объекты искажаются. Там объекты не искажаются, но ты когда стоишь даже, очень хочется, знаешь, сделать вот так вот, потому что ощущение, что тебя просто ветер в лицо и все вот так вот растягивает, и такое размытие по бокам появляется. Очень забавно, конечно. Но каждый раз, когда я подхожу заглянуть в его монитор, мне хочется начинать очень, очень быстро бежать. Очень быстро бежать. Так, ну это мука, полным-полно муки. Теперь мы знаем, что можно сделать в муку. В муку можно сделать плюх. Муку, о, в... ну да, в муку плюх, все правильно. Так. Так. Все облизали, все обсмотрели здесь. Так, вот тут ящичек взяли. Здесь... У нас нечего, нечем открыть это дело, но по факту сюда это просто проход. А нет, вон лестница наверх туда. Ты еще тут почти не страшно хорошо. Простите, простите, ребята. У меня в Кваку друг со 120-ю играл обычно. Но я так понимаю, что у тебя реально больше объектов попадает в поле зрения, и тебе как-то приятненько, что ли. Но он так во все играет. Он даже когда дома играет спокойно уже, он тоже, у него фов просто выкручен на максимум. Так что ты, вот это, у тебя глаза аж начинают расширяться. Так, а что водохранилище? Любопытно. Ща, спокойный момент для того, чтобы полутаться, понимаете, да? Заперто, ну конечно заперто. Здесь какие-то непонятные, будто эмбрионы какие-то. Резик, трусы на себе порву. А ты орёшь? Ну, в описании есть, да. Да. А просто обычно мало кто читает описание, знаешь, поэтому надо предупредить людей еще и так, словами, чтобы они прям совсем в курсе были. Но тут, конечно, им расхерачило все. Мы вот сюда не ходили. Нет, мы сюда ходили. Мы сюда прекрасно ходили. Знаете, что меня интересует? Какое место меня интересует? Меня интересует, наверное, вот этот дом. А в этот дом нет прохода. Прикиньте. Нет, я в этом доме была. Вика, ну ты чё ничёшь несёшь? Ну, конечно, в этом доме была. Все, пошли. Мы все посмотрели, я думаю. 180. 180 как? У тебя заканчивается, ну, где-то вот здесь уже? В доме, где разбила прошлый ящик, не было лестницы. Вот здесь? Была. Посмотри-ка. Недостаточно желто-красная. Я в Кваке 100 играю, 180 рыгания. Играл как-то в Warzone 120, капец, неприятно, серьезно. Так, а это... Не понял? Не понял? Это вот сюда можно забраться отсюда... Чё? Ну, тоже красиво, кстати. 180 довольно жрачно. Жмвячно. Спускаемся. Ну, это определенно крыша. Миллион, миллион, миллион. Kingdom Hearts. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Вот это вот все, знаете. Так, ну, пошлите к бабке. Она там нас активно зовет своим посохом, как у Деда Мороза. Хоу-хоу-хоу. Интересно, будет кричать или нет? Так, ну, тут понятно все. Ворон. Ворон убивать? На это ачивка есть? Вот туалеты бы не забывать открывать. Вот это я понимаю. А ворон убивать за что? А как бы я на геймпаде так бегала? Скажите мне.
Так, бодро, быстро. А, ну вот она стоит. In life and in death we give glory. Шкатулка, можно потом забрать, не бойся. Это у тебя оберег от банов? Но я не буду. Про собирашки, это хорошо. It's you, the child's father. Child? Hey, wait, do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. А почему эту бабку никто не косплеил? Матерь Миранда. What are you talking about? The monsters? Castle bell heralds danger. They're coming. No, wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? А лут. Я уже столько лута отпустил. They're coming again. Всех зомбаков отпустила. Поищите Розу. Ну охереть. Поищите Розу. Ну поищите. Ну как бы. Ты можешь поискать там 5 минут, поищи по домам. Не найдешь, едь домой. Нормально. Представил миллион дисков с КХ, которые КамАЗ разгружает под окном у Вики. Вот это была бы точно дорогая игра. Вот это была бы сразу 100% дорогая игра. Тут бы я сразу отсылочку поняла. А то полтора года ее не понимала. Господи. На полу нарисовано типа 9. Вот это вот. Ну или девятка, или шестерка. Тут непонятно. Просто деньги. Мочи бабку. Вместо того, чтобы играть, разбираюсь с тем, хули я играть не могу в Ассасина, ибо он вдруг затребовал ключ активации, хотя игра неинтересна. Бабка сама косплеит злодейку и спящий крас... А, перекосплеить уже не... Ну... Так, это что такое? Не поняла сейчас. Это что значит? Это что означает? Здравствуйте. Тут должно быть очень душно. И очень неприятно. Из-за всех этих свечей замок не сложен. Ну, все понятно с вами. Мне нравится, как скатерка просто не просто бревно. Просто вот заиндевевшее бревно. Роз на морозу. Бабка косплеит злодейку Белоснежки. Запутается. Запутывает, что все спят. Когда немного не в теме, у тебя те же вопросы. Кто такая Миранда? Где Роуз? Кто такая Роуз? Только вопросов... У меня есть ответ на один твой вопрос. Кто такая Роуз? Роуз — это наша дочь. Ей нет и года еще, по-моему. Она прям совсем крохотуля. Она прям совсем крохотуля. Ее выкрали. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд! Пусть они придут сожрать нашу плоть, придут, чтобы порвать нас в клочья. Все окей? А где легенд? А вот он. Все в порядке. Не режется, жаль. Шестерка там жирафка. Жираф кому-то тыкает, говорит. Неплохо. Хорошо, 9. Это какой-то отсчет до встречи с кем? С Димитреской? Посмотреть на карту. И на В, и на М. Так, понятно, понятно. Дева войны? The fuck? А почему здесь все вот такое? Охереть. Так, это шорткат с той стороны, кстати. Нет, это не шорткат с той стороны. Вот здесь были ворота, вон те. Вот такие же ворота были вот с той стороны. Миранда, это Миранда из Mass Effect, Роуз это Void Rose из чата. Сейчас ее нет, но вообще она есть. Под столиком бабы... Не банься такой. Под столиком баблишка пропустила. Так, ну баблишка это святое, ребята. Под столиком баблишка. Все, спасибо. Благодарочка. Благодарочка. Ей было меньше года. Статуя так называется, Дева войны. Вот это, да, судя по всему? Дева, защити плес. Я тебя умоляю.
Как не люблю, когда в играх ищут детей. Классика практически взывание к родительскому инстинкту защитников. Да. Да. Есть такая штука. Так, порох. Порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, вот это все. Есть такая штука, что детей ввязывают в сюжеты, и при этом тебе нужно, опять же, ребенка спасать, с ним еще что-то такое неприятное происходит, и все в этом духе. Есть такой момент. Я еще очень не люблю, когда детей начинают использовать в хоррорах, потому что для меня лично это становится очень криповой историей, особенно вот... Так, все в порядке. Особенно если вспомнить, например... Интересно. Dead Space... Если кто-то вспомнит, помните, там была локация, где некроморфы, как в DLC механизмы, помните? Как в DLC их механизмы. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Жопа. Там ржавые обловки, там Дюган тоже делал всякое. Нет, пояса в поясницах, да-да-да-да. Вот, короче, там тоже было, ну, такое. Прям очень крипово было. Хорошо, нужен другой предмет. Опа, забинтовали нас. Нужен другой предмет. Окей. Очень много домов, в которым я не могу пройти. Слишком много, сказала даже на мой вкус. Слишком много домов, в которые не могу пройти. Пошлите. Нам осталось сходить только вот сюда наверх. Судя по всему, можно еще вот сюда... Вот все тихо там. Так, а там какая-то табличка. Что-то. Что... Я себя вижу. Подобрала, теперь можно. Теперь можно и забанить. Благодарочка, но все равно полагаю, это бан. Нет. Не баньте, говорит. Ой, такой ты, конечно. На какой статуе? Где камень? Тут нет камня. Ну что ты обманываешь меня? Я тебе доверилась, а ты меня обманываешь, да? О! О, приветики, смотрите, что. Ой, поехала. Что ты обманываешь? Оно мигает. А я туда не могу добраться. Или ты предлагаешь мне отстрелить? Я тебя поняла. Хорошо. Пушистая жепа пришла. Бог с детьми. Ну там, да. Да, бог с детьми. Там, где был этот раздел с детишками. Прям неприятно было, если честно. Прям было, если честно, неприятно. Так, травушка-муравушка. Это мне подойдет. У меня ощущение, что в этой части они решили еще повозвращать немного... всяких механик из предыдущих частей. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Их можно сломать. Очень интересно, но делать этого я не буду, конечно же. Пока тебя не заставляют все пройти, попажа, потом все равно дойдешь. За обман бан. Да в смысле ломай? Загадки со статуями. Занавески, подушки, теперь это. Нафига они такую версию релизнули? Прикинь. Прикинь. Ладно, занавески. Замок Димитреску. Ладно, ладно, подушки. Ладно, занавески. Но снег? Непростительно. Так, сейвуль была. Не закрывай, пожалуйста, дверь. Непростительно. Так, а вот, собственно, изучить и изучить. Попробуйте открыть ворота. На секундочку. На секундочку. Закрыто. Раз. Слушайте, а это можно... Я поняла. Лам! Да не буду я ломать! Ебать, с поддержкой, что пришли... Давай, давай, ебись с поддержкой, потому что это что-то вообще некрасиво с их стороны. Вот, ворота.
Заперто. Ну ладно. Про детей в хоррорах. Я все на память знаю. Шо где? Ты сколько раз прошел? 10? Мне буквально этой ночью снилось, что людей в какой-то деревушке обуяло мракобесие, и они начали сжигать людей с ковидом вживую, семьями, детьми. И там дочка главного героя, глазами которого я все это смотрела. Уф, пакостный, тяжелый сон. Самое противное, все мои сны полноцветные. Ой, запахами, ощущениями. Ой, вот это я сочувствую. Вот это неприятно. Вот это неприятно. Пипец, сочувствую, потому что, наверное, после такого просыпаешься, я прям бах. Нужен еще один сон нормальный, полноценный после такого. Потому что это, конечно, люто. Такие сны это люди. Я сегодня тоже достаточно плохо спала, потому что мне постоянно казалось, что меня кто-то пытается ограбить. Кто-то мне ко мне в квартиру ломится. Кто-то ко мне в прошлую квартиру ломится. Короче, прям... очень могу понять. Мне все больше нравится эта игра с ее заигрываниями, с механиками, отсылками к старым резикам. Еще бы Итана отсюда убрать, убрать историю с ребенком, сделать главным героем Леона, я бы кидал деньги. Ну так можно во всех играх делать главным героем Леона, и это другая игра. Смотри, даже печатная машинка. Это другая игра, другой персонаж. Те персонажи, так понимаю, уже немножечко иссякли. Поэтому... Так, что происходит? Опа, Димитреска! Герб с девой. Красивая, конечно, шибануться. А это кто? Красиво тоже шибануться. Герб с девой взять. Его мы знаем, куда прилип... Звук? Не надо. Если в деревне случится беда, тащи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Один в церкви, другой в доме Луизы. А это церковь. Или это дом Луизы? Или это церковь? The fuck is that? Вот это прикольно. Да не буду я! Ломает ачивка. Но я же, на меня же разозлятся. Я не хочу, чтобы меня злились. На церкви козляра еще один, не баньте. На церкви? А как на церковь забраться? Это церковь? Блять, ну пошлите, сломаю. Но если что, я матери Маргарет скажу, что это вы во всем виноваты. Вы меня... Вот вы побежали, и я побежала. Циник. Уничтожьте козий оберег. Я все скажу, что вы сказали мне это сделать. Вы меня науськали. Повторюсь, ну таки да. Только спать... Да? Только спать ляжет, кажется, что воры и цыгане лезут к нам. Спи никто. Лезут, лезут, дверь открыть хотят. Пиздец. Я так обосралась, когда ты мне вот это вот напомнил. Не бань, ну-ка, Зимби звоню. Очень утомляют такие сны, 100%. Ярочка тихонько сидит, пердит. Привет, привет, хороший мой. Так, герб с девой. Все, встал. Так, и здесь какой-то демон. Дерьмодемон. И здесь дерьмодемон у нас. Хорошо, пошлите. Может, не надо ли он вообще никуда? В церкви камень. Нихера ты дал. Кристалл. А они, их можно продать и денег за них заработать? Я надеюсь, за эти кристальчики. Так, там закрыто, здесь открыто, идем сюда. Ну, вообще, на самом деле, я бы перерыв сделал, потому что мне уже надо будет кушанька, вот это вот все. Я больше имею в виду, что мне сторилайн 7 и Итан как герой вообще не зашел. А что тебе Итан не зашел как герой? Хочешь сделать игру успешнее, добавь в нее Леон. Ну-ка, для кого-то Леон, для кого-то это Ада, для кого-то еще кто-то. Всем не угодишь. Пальцем видно, что так на тебя не злятся. Злиться на тебя будет ластбосс в любом... Ну, в принципе, справедливо. В любом случае, я буду виновата. Так, мне надо привыкнуть к тому, что надо смотреть вообще везде и подмечать светяшки, блестяшки. И с этими блестяшками уже иметь всякие, знаете, отношения непотребные. Так. Это, конечно, сейчас любопытно. Но можно обойтись без... Ебать, конечно.
обойтись без этого. Много. Справедливо, понимаю. Так, дети кукурузы. Слышите? Ну, на этом мы делаем перерыв. Было очень приятно. У Леона вообще фов должен быть 40 с его этой челкой. Во-первых, ни Леон, ни Ады, даже не Джилл. Никакой он прям вообще. По мне так тот же Дедуган, Ван Пачман из DLC лучшей ГГ. Опять дети. Мы сохранились, все прекрасно. Поэтому я забрут форш сейчас. Я тебе жопу сейчас на голову натяну, если ты ко мне сзади подойдешь. Понятненько? Понятненько. Слышите, слышите, хрустят урожаи. Я тебе жопу натяну в голову, просто вобью. You're breathtaking. You're breathtaking. Пойду посмотрю, подождите. Шимик, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромнейшее за фолу. Располагайся. Располагайся всячески. Чувствуй себя как дома. Надеюсь, тебе понравится. И мы подружимся. И ты будешь приходить. И все вот это вот. Спасибо огромное. Страшно? Вот и мне страшно вообще-то, кстати, как бы. О чем мне раньше не сказали, что он перелезает через заборы? Такое ощущение, что молния фигачит, если честно. Что он обладает этой магией? Вот этими фокусами умеет. Фокусничать. А, ну только через низкие заборы умеет, кстати. Вместе с Итаном. Ребенок кукурузы, это кукуца Полли. Определенно думал, игра будет хуже, или просто хитрые разрабы эксплуатируют механики и штуки старых резиков. Можешь просто представить, что это Леон. Не знаю, модами накатить голос Леона. И все будет в порядке. Они мне предлагают там обойти, да? Очень хочется. Кукуца Поль — это имя в СССР просто. Серьезно? Кукуца Поль? Как Доздраперма? Та самая пресловутая. Сложность обычная. Да, перезаписать, пожалуйста. И лицо ребенка на Криса. И лицо ребенка на Криса, да, именно так. Именно так. Не история с ребенком, а что-нибудь. Ой, да это не история про ребенка, я тебя умоляю. Тут 100% история будет не про ребенка. Тут история будет про что-нибудь. Про что-нибудь совершенно другое. Дайте я верну себе превью, просмотр. Увижу, что, как я сижу вообще, потому что было непонятно. Топ-1, Леди Дэ в сеточке. Господи, столько всяких модов накатили, скорее всего, на эту игру несчастную. Паровозика делали? Я видела мод, который увеличивал шляпу Димитреску каждый раз, ну то есть чуть-чуть увеличивалась шляпа, каждый раз, когда стрелял в нее, что ли, герой Итан, и то ли что, я не помню, что конкретно, но, короче, она... Блэкмен, здравствуй. Она увеличивалась. You're all breathtaking. Спасибо большое за фоллоу. Располагайся.
Располагайся и чувствуй себя приятненько. Шлепал, по-моему, не шлепал. Мод с Крисом... Нет, вот это вот я не видела. Я его... Я слышала про него, но я не видела. Подожди, открою. Такой! Что? Модеры, конечно, лютые люди. Но это очень смешно. Особенно второй скриншот. Шикарный. Топ 2 best мод. Топ 1 леди Дэв, сеточки. М-м-м. Девка или пацан, то непонятно. Ну, не знаю. Определи там. Как-то сам реши уж. Сам определись. Что ты делаешь? Кишка. Что происходит? А, она слезает. Все. Бубочка. Бубочка-пупубочка. Мод на шляпу вроде был, когда Итан смотрит. А, когда он смотрит на нее. Надо будет, короче, посмотреть, потому что интересно. Потому что вот тут у меня второй котик. Пунь. Пунь. Второй котик лежит. Пунь. Здравствуйте. Определенно думаю, что... Вот, видишь? Видишь? Потому что стоит играм давать шанс. Выход Дель. Это вообще куда и как? Это вообще за что? Вот. Сейчас он схлопнется. Ты... Ну, сойдет и такой вариант. Понимаю всячески. Так, ребята, мы с вами сколько поиграли? 2.5 часа? Нормально? Читать будем? Не, сегодня не будем, потому что я прям уже уставшая, я чувствую, как у меня глаза начинают немножечко, знаешь, как песок под веками начинается. Но мы обязательно в следующий раз попробуем. Мод на шляпу вроде как Дейтон смотрит на Димитреску, надо будет попробовать. Найти и почитать, что там было, посмотреть его опять, потому что я видела кусочек гифки или что-то такое, или кусочек. Заказ остается, все в порядке, мы его почитаем обязательно, мне нужно вообще, потому что я там обнаружила, что у меня как бы висит еще несколько заказов, их надо тоже прочитать. Вот. Так вот. Девка навряд ли бы хоррор начала проходить, хотя Resident Evil... Слушай, а какие хорроры ты знаешь? Давай, чисто. Назови хоррор, а мы тебе ответим, играли мы в это или нет. Для ознакомления хватит. Ну вот, блин, ну реально, мы начали, мы посмотрели, мы пролагали чуток, мы настроили... Самый главный кусок стрима был, это стрим настроек. Стрим настроек — это самый главный стрим. Вот. Во-вторых, у нас срачка уже была. Скинул. О, тык. Воу. Ничего себе. Погодь, вспомню, хоррор страшный очень. Давай, только давай не краю эфир, пожалуйста. Только не краю эфир. 21 век пол определяется... Да, 21 век пол определяется прохождением хоррор-игр, пол определяется длиной волос. Это норм. Норм. Иногда ребята, которые хотят меня оскорбить, они залетают и спрашивают, я парень или лесбиянка, на основании того, что у меня короткие волосы. Вот, так что... Бывает. Заказ останется, все нормально. Но каждый раз, как Итан с ней снова встречается, шляпа... А, ну да, она, наверное. Та же фигня со мной вчера была. The Beast Inside мы проходили. А чё, всё? Beast Inside мы проходили. Его мы играли. Делаю потише музлишко. Его мы играли, The Beast Inside. И Silver Chains мы играли, поэтому... Так, что еще? Давай, постарайся. Найди-ка, может быть, человек нам новый хоррор найдет, ребята. Может, новый хоррор найдет. Где скинул трек, кстати, Да, спасибо большое, Сибушка, я посмотрю. Назови хоррор, мы скажу, что это не хоррор. Именно так и сделаем. Upgrade Perhaps так и не прошли. Пройдем. Она же коротенькая тоже, да, на пару часов можно... Поэтому... Не торопись, Вик, пожалуйста. Поэтому можно... Можно что? Можно его вот так вот после работы немножечко...
шлепнуть. Пошлепать. Или скажем, что пугает пошло. Именно. Или не хоррор, или пугает пошло. Зов Ктулху мы прошли и старый, и новый. Оба зова Ктулху пройдены. Пройдены оба. Обожаю старый очень. Новый, ну, он такой, немножечко спорный. А, Ктулху? Кто звал Ктулху? Телепузики The Game? Это не Щитова. У Купинова смотрел... Beast Inside вообще, на самом деле, очень классный. Мне очень понравился. Ников. Outlast я не считаю. Это говно. Ну, простите. Что за Great Perhaps? Это маленький point and click, по-моему. Такая крохотульная игра. Мы на мамкинском форуме недавно по этому поводу срались. В итоге мой муж баба, так как у него волосы долгое время были длинные. Моя дочь по той же причине мальчик, а я медуза, потому что дреды, да, я так понимаю. Зато насколько, наверное, проще этим людям живется, когда у них есть четкие, знаешь, ориентиры. Вот длинные волосы, все, баба. Короткие волосы, мужик. Дреды, ну... Медуза Горгона. You're all breathtaking. Амир, спасибо большое за фоллоу. Располагайся, присаживайся. Надеюсь, подружимся, тебе понравится, и ты останешься и будешь приходить часто-часто и надолго-надолго. Спасибо огромное за фоллоу. Так что, насколько проще живется? У тебя просто есть такие, знаете, как бы пункты, по которым ты мир определяешь вокруг себя. Легко? Легко, легчайше просто. Layers of Fear. Я лично не проходила, но когда на этом канале была вторая ведущая, она его проходила. Поэтому считаю, что пройдено. Я его смотрела от и до. Сама не играла. Хоррор про Больку. Layers of Fear, наверное, да. Злой Вазелин. Вот Злой Вазелин мы начинали. В одном видосе Тя начинала, читала комменты к себе, и там было: ух, я бы тебя трахнул в задницу. А не забудь, оказывается, Тяна не трап, хорошо. Злой Вазелин мы начинали первую часть, но меня немножко задушил японский гейминг, если честно. Меня чутка задушил японский гейминг. Мы прошли, наверное, 1/5 всего лишь там. Поэтому отголоски... Да. Скорее всего, да. Я вот тоже думаю, что... Нет, Outlast сразу будет отъезжать. Я не люблю Outlast. Я его считаю очень пошлым хоррором, который не несет никакой ценности.
Но там с какого-то момента там не все есть, к сожалению. Даже не из-за гор элементов в Outlast, из-за пряток в шкафах, убегания от пуджа, джампскеров, которые ко второй половине игры хочется смыть в унитаз. Все еще про Outlast. Первый — грамотный аттракцион. Во втором сломали весь баланс и тайминг. Агония просто говно. Вот во второй, про второй Outlast я знаю, что там он получился немножечко... Ну, то есть он не сохранил ничего из первого, очень быстро выдыхается. И в итоге ты просто бегаешь по этим локациям и не понимаешь, что тебе делать. Про Outlast, я поняла. Танцевали... А, неважно, танцевали, не танцевали. Плевать вообще просто. Needless to say. У нас есть модератор, вот эти две ладошки. Покупал игру для глобального рынка, а мне пишут, что ключ для русского. Пиздата, ладно, похер. Будет новый ПК, долбаться не надо будет. Проблема еще в том, что я не помню, где покупал ключ черного флага, точно помню, что для глобального рынка. А на почте не оставалось писем? Обычно же письма, они на почту приходят, нет? Я просто шустрая, да. Needless to say. Главное вовремя осудить прилюдно. Главное вовремя осудить. Blinding Lights нет. Надо себе записать, кстати. Надо записать. У меня были еще идеи сделать в дискотеку, но я постоянно забываю, что я хочу. Кошка мстит по ходу ножницам, да. По ходу, да. А сколько стрим будет длиться? Просто мы уже заканчиваем потихоньку. Мы сейчас будем собираться на рейд. Мы будем потихоньку собираться на рейд. Поэтому вот. Мы стримим сколько? 2:39. Сейчас я записала себе Blinding Lights. Записали. Blinding Lights. Приколь... Да, она прикольная. Ток норм канал нашел. А куда рейд? А я не знаю. Если есть какие-то предложения у вас, то давайте. Может, я пока не знаю. Я хотела сегодня там, я думала, раньше закончу, а там пришла ко мне. Потому что я к Таме давно не ходила. Сейчас тепло было, жарко, потом прохладно. Но я и жару люблю лучше жарко, чем холодно. Блин, я наоборот. Я такая мерзлячка, но мне как-то вот эта жара, она прям совсем поперек горла становится. Дышать нечем. Похер пляшем, да. Похер пляшем. Несколько... Юбики раздавали, да, Black Flag, по-моему. По-моему, раздавали у себя в магазине. Поэтому... Ба-ба-ба. Не хочу долбаться с этими проблемами, с аккаунтом. Ну, я понимаю, что это очень демотивирует на самом деле и очень фрустрирует, когда ты покупаешь игру, оказывается, что ты хочешь в нее поиграть, а оказывается, что тебе нужно еще какие-то там... Ты не можешь просто так начинать играть, потому что что-то не работает, аккаунт не тот, еще что-то... Бах, вот это вот. Второй Outlast вообще фигня, момент... Ага, я поняла. Я просто Outlast, что первый... Что... Я первый смотрела, а второй я даже не смотрела, если честно, на самом деле. Побегу мыться второй час ночи, на работу ж завтра. Заговорила Викуля, совсем побег. Вставляю вкладку. Давай, 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 Сибушка, хорошей тебе ночи, хорошего, приятной водички, приятнейшей. Спасибо тебе большое за компанию, хороших снов. Все тепло проболело... Ой. Как так-то? У вас уже холодает так. О-о-о. А ты любишь тепло? Прям тебе нравится, когда тепленько? Ба-ра-бам-бам-бам-бам. Можно к Сарде зарейдить. Давай к Мэри Фрайдай. Давай Мэри Фрайдай 13. Пойдем к кому-то новенькому. Я, по-моему, ее смотрела, кстати. Согреться проще, чем остудиться. Согреться, в принципе, проще, чем остудиться. Но у меня вот сейчас из-за того, что у меня махина моя шпарит всю игру, потому что игра топовая, да, она вот только-только вышла. Махина прям тут, типа, у меня включен кондер на 20 градусов. Шпарит. Мне тепло здесь. Есть ли расписание стримов или по желанию? Стримы стабильно есть на выходных в 11 утра по МСК. Стабильно. И бывают в 7 вечера, в будни, после работы. Но эти стримы всегда не запланированы, потому что я не знаю, будет у меня настроение стримить, не будет у меня настроения, устану я, не устану. Поэтому если ты придешь в Discord, в Дискорде всегда все написано, я предупреждаю, будет стрим или не будет. Вот, так что такие дела. Такие дела. Слышала прикол Super Hot? Нет, а что там? Что за прикол? Ночью плюс 6. У нас сейчас, кстати... Я сейчас скажу, сколько? Сколько? 25. Ну, сойдет. Играет DS. У-у-у. Только недавно сплит отключилась. Сейчас с открытым окошком. Вроде ветерок есть. Ветерок — это прекрасно. Ветерок — это благо и добро, потому что... Я не могу. Я очень плохо переношу жаришку. Потому что у меня прям, знаете, у меня начинает давление поднимается плохо, я вялая, слабая, вот это вот все. Плюс 29, пипец.
Люблю, когда не нужно натягивать 100-500 одежек, чтобы выскочить за хлебом. В идеале, когда выходишь в том, в чем дома сидишь. Вот для меня на самом деле тоже это идеальная температура, но для меня это зачастую вот 23 градуса. Знаете, когда обычно это когда вот только-только весна начинается или осень отходит. Вот осенняя погода, когда ты вот такой, у тебя там 23-22 градуса, тебе комфортно в каких-нибудь там джинсах, в кеды надел и пошел. Идеально. Не люблю вот это вот оголять кожу и прочее-прочее, потому что она тебя шпарит, все, ты сгораешь и чувствуешь себя отвратительно. Все равно окна открыл, терпи, можешь под вентилятором. Ну, под вентилятором, конечно, да. В ДИС отправлю. Давай, отправляю в ДИС. Отправляем ДИС. Да, я посмотрю, что Мэри стримит третий ДС. Хорошо, когда я болел с температурой валялся. На улице было прохладно, провалялся все время. Вот это прям тебе повезло с температурой, потому что и так температура высокая, а еще вот это вот... А еще сверху жаришка была, мне кажется, там совсем можно было бы чокнуться. Не знаю, в больнице есть кондиционеры? Нет, наверное, вряд ли. Я не очень знаю, есть ли в наших больницах кондиционеры обычно. 23 огонь. Для меня лучше, чем... Вот тоже, чуть-чуть подмерзнуть и чуть-чуть что-то накинуть на себя, чтобы подсогреться, чем вот это потеть, потому что, ну, течет с тебя. И вот это, знаешь, момент, когда зашел в душ, вышел, через 15 минут опять в душ надо, потому что жаришка, духотишка. Прекрасно. Поэтому вот эта вот серединка, когда ты реально вот в чем был, в том и пошел, оно прям идеальное. Конечно, тут ничего не скажу против. Ничего вообще ни капельки против не скажу. Ага, все, увидела новость, прочитаю. Новость увидала, новость прочитаю. В чем проснулся? А если голышом спишь? А? Тоже люблю именно в чем был, в том пошел. Да, 23-26 идеально, до 30 жарко, но норм. После 30-33 начинаю помирать 40. 40! У вас бывало 40. Пиздец. Хотя я вот вспоминаю, что я когда с родителями жила, у меня родители живут в Сибири, и там вот этот лютый размах температур, когда у тебя минус 40 зимой, минус 50 зимой, и плюс 40 летом. Но, благо, не очень долго держится эта штука и быстро проходит. Пока-пока, Бадьяр. Пока, мой котик хороший. Хороших тебе снов, хорошего вечера. Пока-пока. Спасибо большое за компанию. Опа! Я сегодня почти как Хали. Только у Хали камера сама падала в промежность, а у меня вот кошка старается вас нагнуть. Нагнуть немножко. Наклонить. Но ты не потеешь? А, выше я не потею, все. Я думала, вообще не потею. Думаю, ничего себе, это что за колдунство такое непонятное, вообще интересное. Интересное колдунство. Обычно жара, я много пью воды, чем больше пью... Да-да-да-да. Чем больше пьешь, тем больше потеешь. Он так работает. Так работает. Бра. Так и пошел быть. Ну, в принципе, что естественно, то не безобразно. Нахай вот этот остальные не любят смотреть, пускай отворачиваются. Пускай отворачиваются. 62? У меня ощущение, что планета пытается нас тихонечко, знаете, как бы испепелить. Мама говорит, у них сейчас в Арсеньеве, недалеко от Владивостока, сегодня 50. Бомжик, блин, а прикиньте, люди, которым... Ну, вот... Как ты охлаждаться будешь? Что делать-то? Чем охлаждаться? Плюс 40, плюс минут пипец... Кошка немножко нагибатор, да? Годовая разница температур 75. Это какой минимум-максимум? Потому что у нас, в принципе, минимум было, по-моему, 25, а максимум вот 35. Поэтому у нас, ну, получается, ну, будто бы 60 вроде как получается. Вроде как так и выходит. То на то и выходит.
Дратуйте. Драться будешь? Драться будешь? Не дерись. А ты возьми и не дерись. А ты возьми и не дерись. Омск, Сибирь. Этим летом разбег от минус 1 до 38, притом с резкими перепадами в 20-25. Давлению и голове, наверное, жопа в такие перепады. Очень мало потею, даже как так? Я прям вся мокрая становлюсь, меня прям течет градом, водопадом. Ужасно. Минус 35 до плюс 40 за этот год, пипец. Все знают, что Омск. Почему? Подожди, почему? Что за... Это мимас какой-то? Минус 45 кае. Я вот в детстве любила минус 45, минус 50. Минус 50, минус 40, знаете, потому что школу отменяли. Вот это вот все. Готовят к взрыву солнца, чтобы... Передумаешь, переживем? А, ну в принципе, кто не сгорит, тот переживет в целом. Приспособится. Тоже да. Тоже справедливо. Тоже справедливо. Кися, да. Только она постоянно вредничает. Зимой минус 45, а летом плюс 42. Это нездоровая херня, такие перепады. У нас на прошлой неделе опять рекорд за 17... Сколько? Night Maxis, сколько? Сколько вешать в граммах? Как и люди с отчеством... Кстати, как и люди с отчеством Артемович. У кого-то есть человек с отчеством Артемович? Артема вообще детей не заводят, я посмотрю, да? Даже если бегаю, потею редко, офигеть. Артемовича тоже нет. Страдающие от жары плюс 73 Кувейт показали на видео, плавится даже машина, об этом сообщает Рам. Вот это, кстати, я слышала эту новость о том, что плавится даже машина. Я видела, что кто-то... Я пришла в какой-то чат на Твиче, и люди в чате срутся из-за этой новости, потому что один говорит, это правда, а второй говорит, нет, это фейк. Там такой срачельник на час был. Год, ты прям сидишь такой? Всякие срачи видела, кроме споров про температуру и правда это или нет. А только людей в лютой бане подмокаю. Я тоже только в лютой бане подмокаю, но это плохо, это плохая терморегуляция. Ну вот, вот, наверное, как бы... Муж сестры Артём... Всё! Официально есть два живых человека с отчеством Артёмович. Прекрасно, у меня есть знакомый Артёмович, но я... Дважды не существует. Шимик, прости, но дважды не существует. В среднем Кнепик, он клёвый, но аниме сейчас смотрит, вам норм. Непик. Кто? Кинь-кинь-ник, пожалуйста. В принципе, нам норм аниме смотреть. Там плюс 3-4 было все. Ужас какой. Ужас какой. А еще работала с Артемом, у него рыжий сын. Ну хорошо. Ладно, хорошо. Эти люди существуют. Доказано. Доказано, что эти люди существуют. Вполне. Так, ну у нас есть выбор тогда. У нас есть Dark Souls 3 и есть аниме. Ребята, куда-то мы хотим конкретно? Или мы никуда конкретно не хотим? Или нам немножечко пилевать? Жаль, что Омска все равно нет. Очень жаль. Как дальше жить-то? Ничего, скоро из Омска переезжаю, буду держать в секрете. А вот это очень удобно, когда тебя нет официально, а потом ты переезжаешь, а тебя как бы можно уже идти делать, что хочешь. Что хочешь можно делать. Ночь, скинешь ник, пожалуйста. Я бы не верила без доказательств, что Артёмовича... Ага, JL Nerd. Сейчас я пойду посмотрю. Ага, ну пошлите бустанём Непа. Бустанем Непа, чтобы ему чуть поднять стату. Капельку. Вроде аниме запретили в России, за него дают бан. Серьезно? Прям совсем запретили? Потому что были какие-то просто... По какие-то серии убрать с определенных сайтов. Но вроде не запрещали прям. Кремлебот или нет, не жаль. Очень хорошо, что нет. Конкретное аниме запретили. Артемов достаточно встречала, вот Артемовича не... Ну вот у меня был в школе одноклассник Артем. Но вот именно Артемовичей я не встречала ни разу. Такое ощущение, что они отчество меняют, знаете? Существование Артемовичей не подтверждает существование Омска, by the way. В принципе, да. Вот аниме именно на сайтах запрещали, да. Я не помню, чтобы это было именно, знаете, полностью запрещенное там аниме. Конкретные, по-моему, даже не тайтлы, а конкретные серии были даже запрещены. Могу ошибаться, может, реально тайтлы. Так что вот. К Мэри Фрайдей сходим, но я думаю, уже в следующий раз. Может, судя по всему, у нас немного пересекаются графики, поэтому я думаю, мы успеем еще сходить.
давайте пока собираться на редюльчику. А, прям тайтлы, так как на них был... А что такое АП? Паровоз едет дальше! Да, паровоз едет дальше. А что такое АП? Чу-чу. Идешь по улице, не знаешь, что из них Артемович, возможно... А ты просто хочешь... Я... Знаете, как обычно люди выбегают на улицу? Доктор, доктор, здесь есть доктор. Вот точно так же. Артемович, Артемович, здесь есть где-нибудь Артемович. Просто чтобы живой человек тебе показал паспорт. Да. А, авторские права, все, я поняла. Просто вот Артемович, срочно нужен Артемович. Покажите паспорт, докажите, что вы Артемович. Все в этом духе. Отчество, наверное, Артемьевич. Почему Артемьевич? А почему не Артемович? В смысле? Артемьевич. Московский районный суд Санкт-Петербурга в ответ на иск запретил аниме к распространению «Загадка дьявола» «Класс убийц». Блин, «Класс убийц» классный, кстати. Аниме «Токийский гуль» и японский комикс «Класс убийц». Блин, «Класс убийц» шикарный. Так, подождите. Подождите, cancel, я не договорила с вами еще. Подождите, cancel. Мне казалось, что Артемьевич от Артемия. Бра! От Артемия будто бы. Я когда начинала с мужем встречаться, как-то не задумывалась о возможности брака и рождения ребенка. А так бы задумалась о том, что дети будут Владиславовичи. Владиславович. Все, делаем заново. Делаем заново. Собираем заново. А паровоз сейчас будет. Просто начала подходить к концу, я поняла, что я не поблагодарила вас за стрим. Артемий и Артем это одно... Разве? С Колей Николаевичем... Николаевич у меня есть знакомые. А на Колей... Так, я буду с вами потихоньку прощаться. Буду потихоньку прощаться, ребятушки. Спасибо вам большое за компанию сегодня, за то, что посидели со мной, посмотрели восьмой резик. Люблю вас неистово. Спасибо большое всем за фоллоу сегодня, за все рейды. Спасибо вам огромнейшее, очень благодарна за компанию. Самое главное, спасибо за ваше время, за то, что провели его со мной, предпочли из всего интернета провести свое личное время со мной. Я очень вам за это благодарна. Очень благодарна вам за это. Приходите в Discord, там все оповещалки, там все болталки, там все в мире. Там я вне стримов, можно поболтать, поделиться штуками. Еще раз, люблю вас неистово, жмакаю в обе щеки, если можно, если нельзя, не жмакаю. Хорошего вам просмотра аниме, хватайте Ктулх, здоровайтесь с Джейлнепом, прям обрадуйте человека, чуть-чуть его бустанем. Хорошего вечера, ребята, пока-пока.